Вот, давайте. Давайте попробуем, Аннабель, а потом следующее, если Ну, что. давайте. Мне будет интересно, мне кажется. Слав, иди. Ебанутая. На, держи. Так, теперь Катя, да? Да. Так. Ну, Катюха, слышь, Катюхе надо задавать, типа, то, чего она не слышала, точно не видела в последнее время. То есть маленький член, бля, большой постоянно рядом, бля. Ну, если к нам, конечно, бля, Ликс в гости не заезжал, ты, бля, старый, сука, бля, крыса, бля. Ну, что делать? Я думаю. Интересно. Фотография. Бля, только не говори, что вы мне сыр загадали. Не, не меняем слово, Не, реально, мне просто чат хуярит сыр. Не-не-не-не-не. Может, давайте фотография. Вот фотография, это же сложное слово, на самом деле. А, это вы мне загадали. Можно фотографию. Можно фотографию, можно. Ребят, она занимается картинами. Она. Ребят, не душите ее, пожалуйста, хотя, бля. Да, давайте первый раз к ней как-то понежнее, бля. Потом договоримся со мной. Какого Роберта? Ну или Герман. Он для меня Герман. Не, я даже не придумал. Что за Роберт же? Сейчас вылезет какой-то Роберт. У вас, конечно, сосед мой, наш Роберт, блядь. Я типа... Такой, нихуя себе, блядь, ебать, это кто такой? Это Роберт, блядь. Она такая, ты знаешь нашего соседа? Слышишь, Роберт, не трогай его. Слышишь, Слава, она... А Катя YouTube смотрит? Не. Может, художника какого-то? Ван Гога, нахуй. Ну, это ее любимый художник здесь. Может, у нее любимый исполнитель, или прям какая-то дефолтная вещь, которая каждый день она там вспоминает о ней, или... Мои яйца. Сейчас Слава скажет. Ну, не твои яйца! Член не загадывать вроде. Ну, исполнитель, либо какая-то вещь, я не знаю, может, паблик какой-то, который она каждый день заходит, либо вещь какая-то, которую она хочет. Типа вот именно та вещь, она такая... Типа прям... Блин, я даже не знаю... Мне кажется, надо ей персонажа какого-то загадывать, чтобы ей было проще. Она же смотрит фильм. Тём, мы не сможем. Давай, я не знаю даже, кто это, бля. Мы не давай Спанчкова. Можно Рапунцель. Легко, да? Ну, давай, первый раз... Давай, слышь, давай Рапунцель. Давайте, да, Рапунцель. Катю! Возвращайся. Ну, мы запомнили, там она не влазит немного. Не-не-не. Просто скажи, сейчас мы тебе слово загадаем, просто ебались нахуй, не зовем ее обратно. Уж с ним в КС-ку рубим нахуй. Так, ну и все, и последний остался. Все. А вы Диман загадали уже? Да. Да. Нет. В смысле, у нее слово «залупа» вписано. Это что, вы такое загадали слово? Ну я его за один, за пару ходов. Я что, залупа? Все, я мьючусь. Я залупа? Ну нет, знаешь, если мы играли, типа, кто я на вкус, то Диман бы сразу отгадал. Мы в рот залупа вот так. И все, Диман залупа. Бля, Диман такой безмятежный, когда нас не слышит, бля. Такой просто что лапочка, бля. Я его рот ебал, бля. Катя, чё ты думаешь? Диману сложно будем, слышишь? Такой тупой, бля, пиздец. Диману сложно. О, давай будем? Ему пузырь как-то загадаем. Либо мыльные пузыри, говоришь, нет? Пиздец, а, не, он просто... Не, он спросит, типа... Кто там? Что? Давайте сложное какое-нибудь, Диману. Ну да, он спросит, типа, что есть в моей комнате, а да. Это, Натах, что ты закричала, блядь? Ты подумал, что Серега дверь стучит? Постучала. Постучали. Я мне прям... Ты подумал, что Серега дверь стучит? Триггеры на стуке. Ну, типа, такой, да, Наташа, можно я войду, блядь? Чуть-чуть постою нет, здесь. Съебался спал, нахуй, щенок, блядь. Спать моего стола. Ушел под стол. Ладно, Наташа. Так, что делаем, блядь? Что-то прикольно. Ну, загадывайте слово. О, бля, не, это сложно, пиздец. Давай женский сосок. Он его никогда не видел. Я думал, это а если видел, то забыл, правильно? Это очень давно было, блядь. Бля, ну-ка это не объяснить, наверное, пиздец. Как мне объяснить, я думал, экватор это я не знаю, как к этому прийти. Если это не объяснить, то как Генсуха будет своему слову приходить, дядя? У нее там вообще пиздец, она на неделю нахуй отпуск берет, бля, будет сесть. Ну, смотри. Наташа, мы сложное слово? Ну, так можно сделать. А, вот, супер. У тебя? Нет. Слушай, ну, брат, в твоем случае у тебя любое слово сложное. Я тебе говорю, тебе даже если предлог заказать, ты нахуй, ой, загадать, блядь, ты даже, блядь, буквы я не отгадаешь, нахуй. А может инструкция? Инструкция? Ну, кстати, можно. Инструкция? Бля, жалко его, так смотрю на него, как он будет, блядь, инструкция, когда посмотри на него, блядь, вообще беспомощный, блядь. Не, ну я просто не знаю. Ну давай инструкцию, ну прикольно, типа. Не, просто я не хочу сложный, типа, мне наоборот интереснее. Давай так, если не хочешь, ну сложно, давай конструктор Лего загадаем. Ты решил вообще упростить ему, сынок? Ладно, давай Межпозвоночная грыжа. Пускай Межпозвоночная грыжа.
Что? Давай. Давай реально беспозвоночные. Давай, давай, вписывайте, похуй. Пусть мучится, пусь мучится, хуй с ним. Бля, это вообще не... А то он сидит такой довольный, слышишь, роцкера, бля, я ебу нахуй своих хэштегов, бля. Прелцы. Кого-то типа он сказал. Бля, это же невозможно, Слава. У кого-то из нас? Ну я, он Гинцуха тут сидит, чё сразу я-то? А чё было? Я тоже прослушал что-то. Блин. Давайте начинаем. А? Бля, ну это Unreal, Слава, мне кажется, это вообще пиздец. Давай, давай, давай. Тебе нужно старого сюда звать. Джон Коб. Джон Кобра, блядь. Какая, блядь, Кобра, нахуй. Прапорщик, блядь, Алексенко, нахуй, свои, блядь, тельняшки, блядь, военные, блядь. Ну что, поехали, да? Так, давай, да, да, да. Окей, я одушевленный. Тебе надо будет записывать заметки. Нет. Я буду на ком. Не себя надо записать? Нет, тебе надо будет записывать то, что ты узнаешь, грубо говоря. Видишь, вот он спросил, типа, я одушевленный. И ты должна, типа, записывать, что ты не одушевленный, чтобы не забыть, знаешь, чтобы как... Короче, про себя записывать. Да, да, да. Да. Жесткая хуйня. Предмет, да. Привкус остался, да, такой, Слав, сейчас? Не, не, вообще похуй, дядь. Просто здоровая трешка, блядь. Рафляна. Я могу этот предмет купить? Нет. Магнитик. Дядя, я его и так навалом, нахуй, обезрался. Да, да, да. Да, или нет? Нет. А, могу? Да, не могу. Да нет, не можешь. Да нет, как ты мог? Куда ты там, Слав? Так я могу или не могу? Нет. Дядь, ты нихуя не можешь, блядь, ты свои финансы видел, блядь? Даже салфетку не можешь использованную купить, нахуй. Да не можешь, строго не можешь. Шучу, братанчик. Так он все вопросы задает, все отвечают? Или ты? Бля, не, все, все могут отвечать. Как хочется постричься. Может, ебануться под машинку, реально уж похуй. Слав, что за... Вызови ты барбершопа на дом. Какого? Прям целый салон, чтобы приехал, дом перенесли? Чел приезжает и стрижет тебя. Мы все отвечаем на вопрос, или только ты? Да, да, ты можешь отвечать тоже, конечно. Ладно. Просто говорит, короче, да, что? Все, теперь все, я достаю ладно, вопрос. Да, да, какие да, подсказки да. ему не делай, все. Так, я одушевленный? А? Подсказки ты правильно. Не важно, иногда подсказка уже очень правильно ответит. Да. Ага, ага. Ну. Может? Я в реальной жизни да. есть? Да, 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 ты есть в реальной жизни. Это есть в моей комнате? Нет. Нет. Вопрос. Хотя тут слушай, хуй его знает. В твоей квартире точно есть, блядь. Все вы поняли, про кого я. Квартире. Да не факт, что есть. Да не, шучу, нет, конечно. Без роботов, нет, нет, нет. Чтобы тебя с ноку не сбивать, нету в твоей квартире. Это не в квартире было, смотрю? Знаешь, что я был. Был там, да. Ну, так, я давай, когда Сереги не было. Ну, после тогда стрима поговорим еще раз. Так, давай я, сейчас, смотрите, резвый вопрос. Я могу, я с нашей планеты, ну, грубо говоря, могу встретить? Это из нашей вселенной? Нет. Нет. Хотя... Нет, стоп. Стоп, 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 сейчас, нет, сейчас, сейчас. Нет, не знаешь, по-моему. Тут просто... Есть противоречие. Есть противоречие. Есть противоречие. Ну смотри, давай так, давай чуть обосную. Встретить наши вселенные, понимаешь, что есть реальный, либо выдуманный объект. Вот так, я вот такого плана. И вопрос. То есть он реально существует в жизни? Это выдуманный, выдуманный. Ну все, супер. То есть, типа, ну допустим, знаешь, что я, допустим, если там заказал бы конструктор Лего, да, то, типа, его же могу встретить, то это, естественно, с нашей вселенной. Короче, вы меня поняли, ребят. Тогда следующий вопрос. Значит, ответ на вопрос какой-то. Нет или да? Да, да, да. Я спросил. А. Ну ладно, нет. Так, ну, Катя. Я. Не, Катя, Катя. Ой, Катя, Катя. Привет, да? Катя, Катя, да. А я что-то забыл, что мы загадали. Я одушевленный или не одушевленный? Напиши мне. Одушевленный. Напиши мне Денсух в ЛС. Или кто-нибудь. Одушевленный. Бля, в Инстаграм у меня этот выключился. Я одушевленный предмет? Да, да, да. А, вспомнил, вспомнил, вспомнил. Понял, так, вспомнил. Я сейчас жива? Сейчас, да. Да? Ну, стоп, в смысле, подожди. Ты... А, нет, нет. Короче, давайте... Давайте в игру введем такой термин, как некорректный вопрос, блин. Нет, в смысле, жива я или нет? Некорректный, некорректный вопрос, мы не можем ответить на этот вопрос. Существую я сейчас или нет? Может, я где? Типа там миллион лет назад? Не, некорректный, некорректный, некорректный вопрос. Некорректный вопрос. А, бля, Генсуха связать не может, слова, блядь. Задай другой вопрос. Перебивает.
Подожди, а почему некорректно, типа, если, например, могли там человек, который там, не знаю, тысячу лет назад жил. Ну, смотри, давайте задам вопрос. Sonic X существует? Он живой сейчас? Тогда да, да, так и не. Ты же не ебешь, ты же с Соником, блядь, не общаешься, блядь. Все, какую же ты подсказку дал, это жесть. Ну а хули, блядь? Ну, бля, братан, ну, она же... Да ладно, нормально, нормально. Это же моя девочка. Я помню, что не персонаж. Она, знаешь, какая немощная, блядь. Да. Спасибо, что помнил. Да, еще раз вопрос, как ответить на нее? Вымышленный. Я просто плохо слышу, Слав, ты можешь наушники вот сюда... Слушайте, надо тогда к лору идти срочно. Славный. Ну, блядь, у меня, блядь, пиздец, у меня какая-то хуйня, вот эти твои волосы, блядь, с бревами, неси машинку, блядь. Ничего страшного, что спрятаться. Так, одушевленные и вымышленные. Ты бомжатский бакенбарды, блядь. Я из мультика? Да. Да? Да, да. Я из мультика. А дальше кто-то другой. А дальше, ребят, его величество лорд Гузлик, бля, вонючие трусики, бля. Два вопроса было. Два вопроса. А, еще один. Еще один. Не, у меня три было. Почему? Первый. Ну ладно, так уж и быть. Я мужчин, я мужского рода или женского? Нет. Да, либо да, либо нет. Последний вопрос. Я мужского рода? Нет. Я существую в реальном мире? Да. Ты хорошо все. Я одушевленная. Слава, это, бля, ну нет, наверное. Не-не-не. Что, вопрос продиктуй. Одушевленная, смотрите, давайте так, одушевленная, это растение, лист. Бля, у меня уже сзади косички, бля, как то, в пятом что, классе. Не знаю, кусок металла не одушевленная. Вопрос какой, не, ты... Я одушевленная? Смотри, ты не одушевленная. Давай, Ханчик. Так, я... Я предмет? Да. Угу. Хотя... Стой. Бля, опять какой-то пиздец. Ну да. Не, подожди. Замуться. Пацаны, еда это предмет или нет? Ну, вообще да, это все предмет, по идее, кроме человека, нет? Да, ну, да. Не совсем. Ну, типа еда... Ну, кроме живых, смотри, ну, допустим... Подожди, ты же берешь его в руки, этот... Ну, да, а, ну, хотя да, наверное. Предмет какой-то. Передай мне этот предмет, а что это? Это дошик, а, типа. Это же может... Да. Наверное. Волосы тоже, это, типа, может быть предметом. Ну, ладно, давай. Просто. Все, давай, возвращайся. Так, ну что? Да, ты предмет, братан. Давай. Предмет. Я маленький? Ну, маленького размера, хорошо, допустим, да. Я меньше, ты чем микрофон. Ты сейчас намекаешь на член строга? Да. Нет, не меньше. Строга. Смотри, какой микрофон. Слушай, смотри, какой микрофон, братан, бывает. Ой, Диман на микрофон. Ну, покажи, сколько. О, Диман, здоровенный, волнуй, ему в рот тычет, ты ебнулся, блядь. Больше Димана. Не-не-не-не-не. Хотя, слышь, ну, как сказать, ну, блядь. Короче, допустим, хорошо, ладно, я понял, допустим, одного размера. Да, молодец, смышленый брат. Не зря, слышь, ЕГЭ написал, бля, братан. Или ты не писал? Не писал? А когда? Еще нет. В июле. Вопросов нет. Они отменили? А. Только, mm-hmm. только у тех, кто это, кто не будет поступать в институт. А. Мне так сделали, блин. Вот я так и не сдал ЕГЭ, бля, только опозорился. Единственное, в школе не сдал. Так вот, ты же только один предмет. А? Остальные же предметы. Что, следующий? Да. Мой предмет работает при помощи проводов. Какой же ты заебал этот вопрос своим, ёбаный ты робот, блядь, бендер, блядь. Каждый день мой предмет с помощью проводов, блядь. Значит, я кокос, блядь. 100%. Тогда или нет? Да нет, какой провод, иди нахуй. Так, я человек? Нет. Следующий. Быстро отстрелялась землей. Так. Смотри, мы пришли к выводу, что я не с нашей вселенной, и вопрос такой, я одушевленный? Зачем ты каждый день один и тот же вопрос задаешь? Бля, вопрос важный. Подожди, ребята. Нет. Да, тут Диман, тут... Нет. Ребят, давайте скажу так. Нет. Хорошо, ладно, нет. Нет. Я одушевленный, 100%. Нет. Хорошо. Да. Ну, неодушевленный. Ну, типа, неодушевленный, да. Так, все, да, тебе перекачивай. Так, сейчас посмотрю. Хотя, что по факту. Чего мне задание, ёбки?
Я смотрите, давайте так, одушевленный, это, грубо говоря, знаете, это вот как в случае Димана Ликса, это не одушевленный, поняли? Ага, я просто интересно. То есть одушевленный — это собака там. Ну вот потом, такое. потом поймешь, Слав, когда отгадаешь. На правильную дорожку поставить. Я животное? Лучше, да. Нет. Еще нет. То, блядь. Еще там моя тигрица, блядь. Нет, животное. Как писюнчик вцепится, блядь. Я мужского рода? Нет. Ты... Ну... Не, ничего. Если вопрос, конечно, да, типа... Так, хорошо, я... Размера как микрофон. Нет. Я твердый предмет? Да. Тогда точно не член строго. У него всегда рыхлый, мягкий, бля, как кисель, блядь. Блядь, твердый. Вообще некорректный вопрос. Ну, вообще, да. Не, почему некорректный? Хотя он в разных ситуациях, по-разному. Сейчас небольшой намек дал, что мы ему хуй загадали, блядь. Точно угадает. В разных, то есть на холоде уменьшается. Ну вот, блядь, член, поэтому... вот член твердый или, или не твердый? Ну слушай, если брать член твоего Сереги, там вообще пиздец, как холодец, блядь. В случае члена мягкий, наверное, больше будет. Да, если брать. Диман, опять же, знаешь, типа, член члену рознь. Ну, например, у Славика всегда твердый, поэтому... Видишь, как я воспитал. Левый пиздец меня запутали. Мы берем состояние. Не, мы ему подсказали нормально, мне кажется. Состояние по умолчанию. Да, состояние по умолчанию, да. Да, окей. Хорошо, я как-то связан с человеком. Нет. А, что значит как-то связан? Что? Некорректный вопрос. С каким-то по-любому связан, братан. Тут как бы непонятно, блядь. С каким-то не связан, блядь. То есть вопрос реально поставили некорректно, блядь. Я отрицаю его ответ. Не собираюсь мне отвечать просто. Провокационный вопрос. Ну и хуйня. Ты согласен, что там. Я как-то связан. Бля. Так нет же, по-моему, ответили. Значит, вроде дальше. Не связан, братан. Руки, ноги, блядь, значит, свободные, блядь. Тут блядь, что за этот вопрос? Да, твердый, блядь, еще вы с этим членом, пиздец. Да какой там не член, успокойся. Не выпадает из головы, слышишь? С толку сбил, слышишь? С толку сбил, как начал о членах думать, из головы не вылазит. Я теперь член каждую игру будет, как с кокосом. Я кокос, блядь. Я кокос. Срока, скажи кокос. Как ты там, блядь? Иди нафиг, ну. Все, старый улетел. Скажи кокос, пожалуйста. Хорошо, ладно, я есть у человека? Просто именно с самого начала жизни. Что? Некорректный вопрос. Нет. Я есть у человека. Жестко было бы, если понял, то в стартер-пак, бля, при рождении входил. Да. Мой предмет можно купить? Ой, бля, честно. Бля, нет, братан, я спрашивал именно в каком магазине. Я спрашивал именно в обычном магазине. А теперь в строительном, бля. Нет, а теперь в общем я могу. А потом, слышь, в автомобильном, бля, потом в продуктовом по категориям пошел. Знаешь, и когда мы скажем, что в продуктовом, скажешь, так я кокос, бля, наконец. Иди ты сраку. Я кокос, бля. Я спрашивал именно в одном магазине, а в общем. А вот так он говорил, кокос. Я кокос! Иди к нему! Я кокос! Нет! Не, братан, успокойся, ты не кокос! Нельзя его купить вообще, да? Вообще никак нельзя купить. Брат, такой, ну да, я, может быть, кокос, мне же можно просто сорвать, бля, не купить. Тогда все нормально, все сходится. Строго, давай задавай вопрос. Еще один, спасибо. А, так ты не ответил, да. Да никуда ему хуй, ему ёб, Генцух, ты, бля, летишь. Я животное? Ну, кстати... Посмотрим. Ну, типа, не, ну, я понял, что... Да, надо посмотреть. Ну, надо, да, наверное, да. Корректно ответить. А давай так, давай, что для тебя животное? Что для тебя животное? Нифига ты зашел со стороны. Не, ну, правда, типа. Только слишком много категорий. Ну, как? Ну, как? Ну, так. Типа, нет, вот птица, например, это, ну, наверное, не животное. А, ну, тогда нет. Слушай, нет, не животное. Животное нет, именно, нет, типа нет, носороги. Нет, закрой. Носороги, нет.
Так, теперь я, ребят, смотрите, я неодушевленный. Я насекомый, блядь, какой-то, сука. Не с нашей планеты, блядь. Так. Вы меня знаете из фильма? Да. Да. Второй вопрос. То есть я... Я предмет. Да. Ну да. Нет. А, стоп. Ну, если да. Я не душу... Ну, да, 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 да. У меня есть какие-то... Ну, мой предмет дает какие-то способности? Нет. Нет. Ну, я имею в виду, допустим, предмет. Это Молотора. Нет, нет, нет. То есть он не обладает никакими суперспособностями, типа не наделяет силы. Ну, молот, это уже хуй знает. Такая нормальная тема, кстати. Ну как хуй знает? Ты что, не знаешь? Нет, нет, она это не еще дает... раз, попробуй еще раз задать вопрос. Смотри, нет, ну просто... предмет дает это суперспособности? Это не дает никаких способностей. То есть, типа, нет, предмет... супер именно, я имею в виду именно человеку, супер. Человеку, да, да, да. Нет, нет, не дает. Ага. Вроде как. Не, не дает. Вроде нет. Не, 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 нет, нет. Бля. Окей, окей. Бля, что же я, если я не хуй, блядь, я не понимаю. Я теперь? Да, да. Да, да. Я добрый персонаж? Да. Да. Мы тебе специально легкое задали, мы тебя пожалели, так сказать. Ну, так как ты у нас новенькая. Ты у нас новенькая в классе, блядь. У меня есть какие-то суперспособности? Сосай, блядь. Так. Ну, блядь, ну... Нет, да, нет, это трудно нет, назвать суперспособность. Нет, нет. Ну, хотя, блядь... Ну, это не типа, суперспособность, видишь, она и не пользуется. Ну, да, ладно, ладно, хорошо, нет. Ну, нет, он, да, это не значит, это только ты задал вопрос, вот это, ну, это не суперспособность. Это с толку просто собьет, если мы скажем, да, это не... Ты просто запутаешься, ты подумаешь, что это супергерой там какой-то. Окей, ладно. Ликс. Что теперь дальше? Я, да? В реальном мире нет. Меня можно найти дома у людей? Ну, я бываю дома у людей. Нет. Ну, вопрос как бы... Ну, нет, нет. Ну, тоже не совсем корректно, но вообще нет. Нет, нет. Вы поняли, о чем. Да, я понял, о чем ты. Нет, ты не бываешь дома у людей. Тебе как предмет ты не можешь дома у людей встретить. Ни лампа, ни штора. Так, хорошо. Прям мне из головы не вылетает член. Главное, чтобы изо рта вылетал. Да, да. Да, да, да. Хорошо, мой предмет как-то связан с эротическим планом. Это ты заебал. Я успокойся. Опять за старое. Какой же ты испорченный, прикиньте, господи, блядь. Взрослые люди. Ну так что, нет, нет, нет. Блядь, сука, лучше бы это был член. Знаешь, типа Кикантик настолько тупой, что ему либо актеров, либо член загадывать, что он ничего другое не отгадает, бля, в любом случае. Ой, брат. Этот предмет сделан природой? Кокос! Этот предмет сделан... Ой, и вы в сраку. Мне нравится, как строго на кокосе настаивает каждый раз, знаешь? Он типа, как бы вроде мы говорим, что это не кокос, но он все равно подкрадывается, подкрадывается. И я на дереве, да? И да, значит, я упал с дерева, раз я не на дереве, бля, все понятно. Я откуда-то падаю, да? Да. Так я кокос. Юкантик, брат, чекни это. Да, ты сделан природой. Чекни стул, да, не стул, не стул. Так а что вы ржали тогда? Да, ты создан природой, можно так сказать. Ну ты должен понимать, братан, что типа создан природы, ну ладно, да, окей. Ну да. Похуй, даже если запутаешься, вообще поебать. Создан природы, по сути. Вы когда-нибудь видели в жизни это, ну меня? Да. Так я еще задаю вопрос, куда ты полетела? А, блять, я думала, ты уже скипнулся. Ну ладно, сдавай. Но они все равно... Этот предмет больше, чем монитор? Нет. Меньше, да? Бля, у меня такой некорректный вопрос, типа, вы видели, блядь, меня? Да. И каждый ответит по-разному просто. Каждый. Ну, типа, например, ты видел, я, кстати, не он видел, не видел. Мне кажется, все видели, ну все. Ну, я что-то не помню. Ну, ты... А! Не обязательно вживую. Да, тогда видел, конечно. Ну, я говорю, в реальной жизни, типа. Не, я не видел в реальной жизни. Я видел.
Да тут, естественно, бля, в зеркале. Какие же ты подсказки даешь? Это жесть. Какая подсказка, дядь? Если это подсказка, то это пиздец. Она сейчас, наоборот, в другую степь ползет. Кикимора, блядь, какая-то. Какая кикимора? Ну так, я не сказал кикимора, я сказал, что ты видишь в зеркале, блядь. Не ведьма, блядь, выдра, блядь. Настя строго думает. Настя строго, да. Мелкий член, чмо, блядь. Я... Сразу берём. Я насекомая? Нет. А, да. Да, да, наверное. Да! Я... Я этот... Который говно возит. Говновоз! Это ты какую-то профессию сейчас кормил или что, бля? Мама, мама, у нас в саду говновоз! Чё, просто на КамАЗе, бля? Я не помню, муха? Муха? Да, муха! Я муха? Не, неправильно. Строго, это что за хуйня сейчас была? Жёсткий фейк такой. Я говновоз, да, блядь! Да, да нет! Муха. Я муха. Говновоз, блядь! Ты не муха. Ты не муха. Ты сука, блядь! Ну и да, странно, что Бустер муху не видел чем. Не муха. А говновоза я видел, бля, каждый день меня говно возит, бля, у подъезда, блядь. У меня был друг, он до 25 лет не видел коров. До скольки? Не, я спросила по поводу этого... Навозника. Бывает. Навозник. Я не навозник? Ты навозник, еще тут. Это блядь. Уже второй вопрос задаешь. Ну, не куда ты задаешь? Не-не-не, это. А, ну да, про муху я спросил. Ты... Блять, ты! Красава. Строго. Давай. Это в красной книге это животное. Так, привет, мне дает суперспособности. Предмет из популярного фильма. Да. Да. Предмет маленького размера. Сейчас я обозначу, что такой маленький размер. Член строго. Нет. То есть это не нанотехнологии. Что это такое? Ладно, вот телефон. Это синяки, Наташа. Телефон. Больше, откуда? Да? Откуда? У меня не бывает синяков. Это когда... Ну, я не буду объяснять. У меня не бывает синяков. У тебя синяки, Натах. Откуда синяки, Наташа? На коленках синяки. Это когда на колене стоит. Натахи синяки на коленке, а у Сереги на залупе, блин. А, я... Извинялась, бля, за игры Габара, блин. Это после зарядки, точно. Ну точно. Да, 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 да. Так это называется. Это после зарядки. Знаешь, когда с работы, да как когда с работы колено, без трусика возвращаешься к коленке, все никак. Да это после зарядки. Да как? Да. У меня обычно вообще не бывает синяков. Ладно. Так что за вопрос? Так. А кто вообще задает? Ты что-то пропустил. Да-да-да. Сейчас Катюха задает, в смысле? А. Я так понял, типа, давай, Генсуха задал вопрос, откуда у него синяки, но это никак от игры не относится. Откуда у меня синяки? А чё жопа-то порвана, блядь? Сперма в стрингах, блядь! Так, ну если у меня есть суперспособности, то есть какой-то навык. Угу, да. Угу. Этот навык помогает мне, сейчас нет, другим. Имеется в виду так мне или другим? Имеется в виду, что я его как-то на себя использую или на других людей? Вот, я его использую какой по отношению вопрос, короче, к другим людям. Ну да. Помогаю им другим людям, правильно? Ну ты можешь его использовать по отношению к другим людям, да. А я его как использую? Помогаю другим ты, людям? Ты что, блядь, ответить должен? Дайте рассказывать, что ты рассказываешь. Нихуя ты, блядь. Помогаю другим людям? Хорошо устроилась, блядь. Помогаю другим людям? Ну я не знаю, можешь и нахуярить им. В мультике, естественно, в своем. То есть как бы по-разному способности. Хорошим людям помогаю. Ну я не знаю, не смотрел. Кто-нибудь здесь смотрел его? Нет. А нахуй мы вообще загадали? Загадали, может, она пиздец выдра там злая, блин. Ну, тогда что еще можно... Не знаю даже. Блин, еще никто не смотрел его. Значит, не советский мультик, наверное. Это вопрос? Так бы Дима точно смотрел. Не, подожди, нету. Помогаю, не помогаю. Блин, что еще можно? И Кантик уже давно бы отгадал, он бы там каждого персонажа назвал бы, блядь. Нет, ну а в смысле вы не смотрели никто? Его никто не смотрел тут? Я нет, вопрос. Честно. Ну не, ну мы же примерно... Да, я примерно понимаю, о чем речь, да, но... Да, но я не смотрел, потому что мне не нравилось. Ладно, никто не смотрел. Не, а в чем... Какой последний вопрос? Какой последний вопрос? Ты смотри, думай просто обширнее, блядь. Ты вдохновляйся нашими вопросами, бля. Не, какой последний вопрос, Слава? У меня? Или у нее? У нее. Никто не смотрел. Блять. Ответ да. Так а ты еще сдаешь?
Ебать, вопрос вроде в точку, но он нихуя не дает вообще. Нет, если бы какой-то прям известный мультик, то, наверное, все бы его смотрели. Так а что это дает? Ну, хотя бы я не буду так глубоко. Глубоко? Наташа, ты тоже не смотрела этот мультик? Ну так, тебе пизда выпала. Куда? Меня опять наебал. Посмотрела, подобрала. Не, ну, на тот вопрос, где, типа, помогает ли она другим людям или нет, типа, ну, можно ответить «да», но это же не будет означать, что, ну, противоположного мнения быть не может. Это не супергерой, если ты об этом какой-то. Вообще, может, типа, ну, может и наоборот быть, типа, тут, ну... Это взрослый мультик? Нет. Имеется в виду, знаете, там, якобы, шутки, там, 18+. Якобы шутки, члены, блин. Ну, там, всякое. Нет, нет. Бля, полный расколбас сразу. Надо быстрее посмотреть. Трога, ты зачем книги скидываешь на пол? Смотри, что творишь, все, поплыл. Я пока подумаю, что еще можно. А, строго, бунтарь, слышишь? Ну-ну, хулиганит. Давай, Ликс. Разозлился, но. Меня создал человек. Бля, ну... Ну, наверное... Вот, природа — это то, что я сам появился. Да. Что это? Человек — это то, что нет, меня произвели что-то. Где-то, нет, сделали, нет. Добыли и так далее. Не человек, да? А, в этом плане нет. Ну, в этом плане нет. Ну да, да. Блядь, так, я не член. Я не фало, значит, не вибратор, потому что это не связано с эротикой. А что у нас еще может, блядь? Ну, типа... Ну, еще бывает, да? Быть непостоянным, потому что вы, ну, задумались на твердом. Быть непостоянным. Да ты, по-моему, на твердом сейчас. Братан, у тебя, блядь, у тебя лохматые яйца с хуем из башки не вылазят, блядь, соберись нахуй. Нет, я сказал, когда спросил, твердый ли это, вы сказали, типа, ну, может быть и не твердый. Ну, так а чё, письки только твердые и мягкие бывают, или что? Размером с микро, блядь. Ебучий микрофон, блядь. Сравнение с микрофоном смутило. У меня реально тут член перед глазами спит. Сразу только микрофон отодвинул. Бля, что же это может быть? Хорошо. Все что угодно, кикать. Этот магазин можно... Ой, блядь, этот магазин. Этот предмет можно купить, ну, в магазине в обычном? Да. Да, хорошо. Ты вышел на, так сказать, ну, на путь истины. Новый наверное. Уровень. Угу. Теперь ты не кажешься таким тупорылым уёбком. Нормально, все нормально. Кихантик, братанчик, мы за тебя кулачки держим, родненький, блядь. А! Все. Все, рот открылся, ждет, пока микрофон. Стой, стой, стой. Бля. Ну, пару, слушай. Нет? Да. Что ты? А, я съедобный? Да. Да все. Mm-hmm. Тогда заключительный вопрос. Ну подожди. Который ставит точку, да, жирную, блядь. Фалос съедобный для тебя, Кокантик? Иди нахуй, какой фалос? Так, иди, сука, знаешь, съела. А фалос, блядь, тебя съедобный? А, сука, блядь. Блядь, короче... Ну ты ешь же, ну типа ешь, ну ты его ешь? Что, ешь фалосы, блядь, что? Ты сейчас в чем его обвиняешь, сука? Ты спрашиваешь, его жрет ли он хуи? Ходят слухи, ты чужие хуи кушаешь. Ходят слухи, ты чужие залупы пожевываешь. Короче, мне можно купить в магазине, я чаще... Ходят слухи, блядь. Что, блядь? Что, блядь, я такое? Я... О, класс, наконец! Я... Что? Я о? Что-то о? Что? Я о? И Кокантику просто хуй в жопу пристыковался. Я о! Окей, я овощ. Бля, ну после этих вопросов, да, блядь. Корнишон, сука. Бля, пиздец. Согласен, братан, полнейший пиздец, блядь. А, значит, нет, теперь да, не трогай. Бля, это я с фалосами твоими заебало. Все, выкинь хуи из головы, думай в другом направлении. Соберись, брат, заебал.
Ой, бля. Прям пенисы глубоко засели. Я твердый. Блять, еще второй. Блять, второй чел, нахуй. Все свой кокос соединет линию с кокосом, блядь. Кокос! Кокос! Кокос, блядь! Делай себе смайлик кокос, нахуй. У тебя новый, бля, аватарка кокос. Я твердый. Я твердый. Так, мягкий кокос, я такого еще не слышал, ладно. Так мягкий или не твердый? Нет. Что нет? Ну, ты твердый? Нет, ты не твердый. А, окей. Фух, бля, я походу понял, что я. У меня есть крылья. У меня есть крылья. Нет. Длинное лицо. Как? Как нет? Как так вышло? Как нет крыльев? Так, ладно, смотрите, я предмет больше телефона. Я предмет меньше машины. Да, телефон. Да. Я появлялся? А, меня нет в фильмах Marvel. Да, нет. Да. И меня нет в фильмах DC. Да. А, нет. Все, супер. Все, следующий. Сука, блядь, пронюхал, как правильно задавать. Нет, так-то сложно, типа, про фильмы, типа. Я из теперь я, да, получается? Да, да. Да. Я из какого-то старого мультика. Ну, а старый это какой? Имеется в виду, там, допустим, до 2005 года. Нет, нет. После. После, да. Да, я создаю это теперь. Из какого-то старого мультика? Нет, все правильно. Меня создал не человек. Не пишите Илюхе, напишите ему в личку лучше. Я просто на чат отвлекусь. Меня... Я могу найти себя в пределах, не знаю... В пределах нашего мира? В пределах своего района. Да, конечно. Вполне, да. Да. Ну, мы не уверены, но можешь. Ну, я, да, 100%, здесь 100%. Ну, 99%, значит, там, алло. Ну, да, я понимаю, да. Я размером больше человека? Нет. Нет. Так, хорошо. Я не овощ. Не член. Давай сразу дам. Ты не член. Давай теперь дальше. Никаких все категории, блядь. Я не овощ, не член, блядь. Кто же я, сука? Остается только кокос. Я съедобный. Так, я съедобный. Хорошо, просто с кокоса выпадает жесть. Я не фрукт. Смешно было, потому что правда. Слышите, я не фрукт? Нет. Значит, да. Нет, я не фрукт, значит, да. Да, да, да. Да, я не фрукт. Так, хорошо. Да, он не фрукт. Ты еще тут фрукт. Мой персик, блядь. Бля. Меня чаще всего готовят? Да. Да. Так. Я продаюсь чаще всего в замороженном виде? Нет. Нет. Каким такой зависло? Да не, просто я рассуждаю, типа, сама с собой. Ну, так первый раз тебя вижу, когда ты рассуждаешь, бля, лицо такое умное, пиздец, блядь. Заносите Нобелевку, блядь. Я задаю вопрос? Да. Ну так что вы... А стоп, что, Острога уже задал? Знаете... Острог, ты что, ты уснул там, блядь? Сорян. А, ну да. Проморгался. Фокус! Точно. Так. Я не твердый, да? Угу. Я меньше, чем монитор, да? Угу. Я создан природой, да? Угу. Ты такой вид делаешь. Меня нельзя купить, да? Угу. И я предмет. Угу. Знаешь, что? Я понял. Сказал тебе... Ну-ка. Ты пони? Бля, нихуя. Как ты угадал-то, блядь? Я пони! Давай, строго, удиви. Попробуй одним вопросом отсечь большинство категорий, как ты это делаешь. Подожди, обрезай сразу половину категории, блядь, как всегда. Взорвется голова. Я не знаю, что задать на самом деле. Вопрос. Окей, спасибо. Я... Предмет, который находится на улице?
Нет. Нет. Ну почему? Может и да. Спокойно. Ну, как бы да, нет. Ну, в том смысле. Ну нет. Ну, скорее некорректный вопрос. Ну, некорректный скорее вопрос, да. Какой ебан задал вопрос. Нет, ну тут, наверное, больше... Наверное, больше нет. Типа, тут же имеется в виду... Да. Ну... Да. Именно одно есть место, где это находится. Да. Но это не улица. Нет. Да, это не улица. Все, хорошо. Кокос домосед! Который боится проблем. Выращенный в домашних условиях. Я просто думаю, типа, как я могу быть в квартире? Ну, подожди, а я есть в красной книге? Нет. Нет, нет. Не-не-не. Блядь, надо спросить, нет у меня в красной книге или... А кто тебе сказал, что ты есть в квартире у себя? Ну, я спросила, я есть в своей комнате? Да, мы же пошутили. Я же тебе сразу сказал, нет, ты что, прикалываешься? Я тебе потом сказал, нет, чтобы тебе сказал. Ну, типа, ты зарофлил. Ну, зарофлил, да, но тебя нету. Я есть в своей комнате. Ты думал, мы тебя загадали, тебе, блядь? Так, что, вау, давай. Так, теперь, ребят, смотрите, меня нет ни в Мармел, ни Мармел, блядь. Мармелад, блядь. Ебать меня в попу, блядь. Сейчас детектив Бустеренко вам все расскажет, блядь. Этот предмет, ребят, он... Он переносной? Да. Да. Этот предмет. Это клещ. Фигурировал не только в фильмах. Да. То есть да. Сериалы, я имею в виду, что вот именно видео. А. Нет. Сейчас скажу тебе, что. Сериалы, мультфильмы, книги, я имею в виду вот таких нет, типа. Нет, 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 нет. Ну, гигантик, нет, нет. Потому что он запутается. Ну ладно. Катя. Выстреливай, Катюх. Обрубай как строго сразу половину категории. Я дома! Так. Я живу не среди людей, а в каком-то своем мире, правильно? Да. Да. Ты все ближе и ближе. Я фигурирую как... Сейчас. Смотри. Ладно. Просто думаю, как правильно сформулировать. Таких, как я, среди меня много? Нет. Нет? Не-а. Ну, вопрос хороший, кстати. Таких, как я, нет. Таких, как я, нет, правильно? Правильно. Ну, в своей вселенной, да. Значит, чего дальше? Давай, Диман. Там тоже мармелад. Меня используют люди в каких-то целях? Ну... Нет, не обманул. Бля, как ты сказал? Слава, помогай, я не знаю, как... Кого? Димана? Используют люди в каких-то целях? Нет. Так. Я... Я на вкус сладкий? Нет. Нет. Бля. Я нахожусь... Мой любимый игрок, нахуй. Почему ты просто всегда надо мной рофлишь? Ладно. Я нахожусь не на... Нет, не... Не... Не дома? Я нахожусь не дома. Это жестко. Ты типа в разъездах, что ли, сейчас? Некорректно. Ты что, ебать тебя? Нет, у меня этого предмета нет. Каков путешественник? Ты дома предмет этот, ну, скорее, хз, наверное, есть. Есть, да? Нет. Ну, скорее всего, да. Что да? Скорее всего, да. Есть. Скорее всего, да. Именно дома. Скорее всего, да. Диман не будет, блядь, типа, ну, под тебя прогибаться. Как Диман нас наставил, мне понравилось. Такой... Скорее Что, всего, я сейчас да. задаю вопрос? Скорее всего, я почему-то... Да. Я догадалась, Скорее что всего, это. Да. Давай, давай. А он наносит вред человеку? Нет. Это точно?
Ты хотел строго сказать, что это спиногрыз, блядь. Подождите, вы почему уверены? Опять Наташа задает, если я один только вопрос задал, я еще не понял. Ну, сказали нет, скорее да, чем да, сказали тебе. Да нет, именно на какой, какой вопрос? Форму. Какой вопрос строго? Да, строго. Я не нет. Я все а, ну да, строго, ты можете. Строго, ты прав. Я уже болею. Да, да, скорее, а всего, скорее всего, да, брат. А почему кто-то сомневался, когда я сказала про вред человеку? Смотри. Я просто не знаю. Я просто вообще не знаю. Я никто не сомневался в том, что Хантик. Я сомневаюсь. Это... Да, в смысле? Я прочитал, да. Ну да, слышь, да, да. Да, я тоже прочитал. Я даже не знал, кстати. Я клещ ебаный. Нет? Нет. Сука. Ну, кстати... Ну да, наверное, ты клещ. А, ну в таком формате... На шее сидит постоянно залупа, блядь, Серёгину. Ну, в таком, да, типа комар там, блядь, я не знаю. Ну, комар без крыльев, поэтому клещ. Типа вот. Понятно. Ну, все, давай следующий. Вот это, да, вот это дедукция. Шерлок. Ну, если я без крыльев и не комар, то я клещ. А как? Так, смотри, меня нет... Меня... Крылья? Меня надеваешь... Да все, блядь, дайте мне шанс, нахуй. Давай. Меня надевают. А, нет, стоп. Меня не надевают на как тело. Начинай готовиться к вопросу. Меня не что, надевают блядь? На тело. Да, тебя не надевают. Да, тебя не надевают. То есть тело это лицо, все вот это. Да, 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 да. Уебаный, блядь. Значит, нет. Мой предмет. А, да. Мой предмет не издает никаких звуков, блин. Ну, музыки, давайте так, музыки. Да. Это точно? Я просто не помню. Да, 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 да. Ага. И последний вопрос, ребят. Фильм, в котором я снимался, зарубежный? Да. Да. Ага. Теперь ты, Катю. Так, по мультику я взрослый персонаж? Не, ну, кстати, хуй знает. Да. Что-то. Да, по-моему, да, ну, по-моему, да. Да, ну, это... Взрослый? Но это не ребёнок. Но это не ребёнок. Извини, Катю. Ну, это не ребёнок, точно, да. Нет, 100% не ребёнок. Ну, да. Ты взрослый. Ну, если мы скажем нет, типа не взрослый, она подумает, что ребёнок, поэтому... Не-не-не, лучше так ответить. Ну, ладно. Так, известно ли это мультик? Да. Да. Поэтому мы его не смотрели, но знаем. Очень странно. Зарубежный мультик? Да. Что, три вопроса она задала? Да. Да. Отстрелялась. Я сделан из металла? Нет. Нет. Так. Блять, кто же я? Я могу нанести вред человеку, ну то есть вот ну, пища вот моя, можно нанести вред да. человеку? Ну, слушай, так сейчас можно практически в отношении любой пищи сказать. Блин, мармелад можно нанести, блядь, тоже. С качественных продуктов, прямого, что, да, поэтому сложно. Блин. То есть ты понимаешь, что, грубо говоря, там... Нет. Там тот же гастрит вообще вызывает большинство сейчас продуктов, блядь, много консервантов. Я просто подумал... Ну, ты не бойся, если подумал, ты говори, братан. Мы тебя выслушаем, мы тебя любим. Хорошо, примером. Допустим, я не Принглс. Да, нет. Ты не Принглс. Ой, да, в смысле, да, ты не Принглс. Если нет, то ты Принглс. Тогда все, эта игра закончилась бы. Но нет, игра не закончилась, пошел ты нахуй. Вот это хуёво. Это первая победа? Хуёво, кого узнаешь, что ты не Принглс, блядь. Живешь столько лет, потом, блядь, ебас, ты не Принглс, нахуй. А ты думаешь, что всю жизнь, что ты Принглс, блядь. Да это первая победа тут? Не, до конца каждый должен угадать слово. Блин, я был уверен, что я Принглс. Ну, у тебя самое легкое слово. Нет. В смысле, как оно может быть самое легкое? Почему ты считаешь самое легкое? Поверь не на слово, ну потому что я знаю. Вы за мужчину не смотрели? Я на неважно, вкус неважно, это само легко. Что? Соленый ли я на вкус? Ну опять да, да, да. Он опять о залупе, слышь, грязный творожный, блядь, такой просто немытый, блядь. Только вроде все нормально шло. А кто пробовал? Ты пробовал, Слава? Залуп, конечно. Че, обижаешь ты меня, блядь? Бля, это что, экзотика какая-то, нахуй?
Не, ну в смысле, типа, Генсуха так удивилась, пробовал ли Слава. Я думаю, она про члены имела в виду. Я правильно понимаю? Ну да, да, да. Да не, ну серьезно. Сиди на так слишком, будто ты не пробовала, блядь. Я не знаю, удивилась, я не поняла вообще. Блядь, где мой член? Надо срочно успокоиться, блядь, отсосать. Как соска, блядь. Не-не-не-не-не-не, я пробовал, ребята, что ты, блядь. Блин. Я еще не прошли нужен. Щеки хантик ты, да? Да. Нет. А, стоп. А я хуй знаю. Я не Принглс. А, да, да. Принглс новая тема. Не, ну просто я что-то думал с микрофоном. Похоже, что это размер. Мог же быть Принглс просто. Не слышу. Короче. Надо колонки купить, так поставить, чтобы было. Не сюда уже. Давай, попробуй просто обрубить половину категории, бля, как ты это любишь делать. Бам, блядь! И все, но. Пробуй стреляй, просто стреляй, знаешь, типа вот реально вот в небо, грубо говоря. Куда стрелять? Ну да, просто на рандом, на рандом просто. Делай выстрел такие, типа хоп-хоп-хоп. Ну попробуй как-то, знаешь, прям категорию, знаешь, ну помоги себе как-то, может повезет реально. Просто категория обдумай, ну будешь неправильно, ничего, в следующем ходу реабилитируйся, братанчик. Да-да, реабилитируюсь, да. Надо какой-то резкий выбор делать, понимаешь? Блин, сложно. Я не знаю, тут все оно как-то сначала сходилось, а потом бац, опять не то. Вначале все уже идеально подходило под кокос, блядь. Кокос, блядь, пизда. Кокос, я попал. А какой у тебя был изначальный вариант? Мне просто интересно. Кокос! У меня сейчас такой! Я стою на своем до конца, блядь! Какой у тебя вариант был? Ну, лава была. Лама. Какая лава? Лама, лава. Я думал, это лава. Какая лава? Лама. Лава. Лава, лама или лава? Какая лава? Ландыш, блядь. Лампа. Пони. Потом я на улице нахожусь. Пенис, блядь. Кокос. Не кокос. И все, сейчас я не знаю вообще. Ну задай ты вопрос. Задай просто, обруби категории, дружище, блядь. Заебал нахуй. Ну давай. Как ты, блядь, ну как тебе жалко, ты как будто каждый раз ковыряешь, как будто по носам срёшь, блядь. Высрать не можешь, блядь, такое лицо кривишь, пиздец. Тяжело хоть. Да я не знаю, что задать, я просто не понимаю, что задать. Ты просто подумай, категории, смотри, есть, допустим, продукты питания, есть какие-нибудь медикаменты там, есть, я не знаю, какие-то... Я предмет. Ну хорошо. Вот так же, как ты Славу обрубил, обруби категории. Да, формате. Ну, не знаю, электротехника там, ну вот выбери предмет там, грубо говоря. Мы же пришли к выводу, что предметы... Если без проводов, какая электротехника? Какой что уебок, блядь, ты реально... Бля, меня он реально жестко обрубает, блядь. Да-да-да, вообще просто спрашивает. Пиздец, блядь. Знаю. Ой, строго, как же ты заебал, бля, заготавливаю вопросы. Этот бля. Предмет есть у вас или да. Нет? Да. Да. Этот предмет... Кокос. Этот предмет наносит вред человеку. Кокос. Нет. Что? Минет! Серёжа! Минет! Я сказала нет! Кукус! Ой, бля, сложно, конечно. Я одна или много? Ну, передвигаюсь в смысле. Типа стайками? Типа соло или сквад, нахуй? Ну, типа соло или сквад живу. Да хуй тебя знает, ты ебу обычно... что-нибудь, что, блядь, с ним? Да не, складом. Мне кажется, складом. Да, мне тоже кажется. Да. Хотя, может, знаешь, где-то заблудиться. Кстати, мы скипаем нахуй твой вопрос, потому что... Да, в Насте в розы, блядь, точно, да. Дальше скипаем её нахуй. Ну... Следующий. Ну ладно. Буся, ты взрывай. А, я? Да. Заигрался. Смотри, мой предмет. Не приносил никакую пользу фильму. Да, добрую именно. Нет. Да. А, кстати, орать уже нельзя. Я знаю, я поэтому и не ору.
Я жду сейчас, пока мы переедем, я там все нахуй, всех соседей, бля, не потому что домовой орет нахуй. А вы договорились, да, до какого-то времени, типа? Не, я просто сейчас не буду орать. Ну да, да, так. Типа, я хочу просто до восьми, я позже не буду орать, бля. Так, мой предмет не приносит никакой, никакую пользу. Фильм, в котором мой предмет фигурирует, не имеет Оскар. Да, вроде да, не имеет. Да, вроде не имеет. Нет. Точнее, да, имеет. Фильм, этот предмет в фильме, о котором идет речь, часто демонстрируется вообще этот предмет? Его часто показывают? Вокруг него много событий происходит, грубо говоря? Да. Нет. Ну, я имею в виду, демонстрируется нет, часто? Нет. Как нет? Как нет? Вы мне кто-нибудь ответ дайте точно. Да. Так, да, девушки говорят... Да. Нет. Или нет? Ну, нет. Бля, кинцу, ты чё? Ну, Кантик шарит в фильмах. Нет. Я тоже шарю, ну... да, часто. Да не, ну не, что не. Мне, какой мне ответ принять? Еще раз этот вопрос. Да, 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 да. Мой конечно. Предмет, он часто фигурирует в фильме? Да. Его да? Часто показывают? А, его да. Да. Часто. Я просто не знаю, что Генцу сказал, что нет. Ну, я потом тебе объясню, если надо. Показывает и фигурирует раз. Не, я в натуре не понял просто. На какой вопрос ты хотел ответ? Фигурирует или показывают? Он сначала сказал показывает, а потом фигурирует. Фигурирует? Да, часто. Показывают типа редко? Ну, да нет, да и показывают, ну что за бред-то? Вы ну, давайте меня не вводите в заблуждение. Показывают реже, чем фигурируют, скажем так. Да ладно, ну бля, это собьет с пути намного, я уверен. Ну что, парень умный, да, разберет. Так, а вы мне говорили, что я вроде женского рода, правильно? Да. Да. Я участвую, играю в мультике от Disney. Да. Да? Ты уверен? Да, 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 да. Блять. Нихуя ты. Там мне трейд. Трейд. Со словом? Звук. Я. Нет. Всем закройте, кстати. Если я не животное. Так, я начинаю думать сейчас слишком сильно. Не лопни только. Так, если я не животное, я женщина. Дисней. Я мультик. Если не животное, то я женщина. Я мультик последних 2 лет? Нет. Нет. Мы, кстати, не отвечали, женщина ли она. Отвечали. Отвечали, да, она спросила. Да, отвечали, да. А. Разве? Она спросила мужской род. Она спросила мужской род. Ну ладно. Не, все нормально, нормально. Пух. Ну да, да. Все правильно. Ну, короче, не последние 2 года, значит, нет. Старше. Я задаю, да? Да, да, ты гузик. Я меньше телефона. Вот я не. Да, я не да, знаю. Да, да. Мы, кстати, сейчас пипец игра интересная. Типа, слова нормальные у всех. Меньше телефона. Ну, мне кажется, я быстрее всех отгадаю. Я не я не электроприбор. Нет. Да, ты не электро. Ну, в смысле, не связан с электроникой. Вот это. Так, что же я могу бы являть? Окей. А, я издаю какие-то звуки? Нет. При работе. Ну, при существовании. При работе, блядь. Так, я соленый. Я с какой-то аленый, блядь. Нет, так. Аленку не это, ни сюда не приписывай, блядь. О, блять, тоже. Тебе задает вопрос, отвечает на него. Значит, строго без стрима и строго со стримом, бля. Строго, бля, со стримом нахуй. Всех ебет там, бля, если каждый раунд делает. Строго без стрима. Я кокос! Каждый раунд постоянно, бля, да. Сидит у него на. Просто на меня смотрит сразу кокос. Ну да, у тебя теперь погоняло кокос. Кокос, блять! Меня входит немного. Я пизда. Меня входит. Меня входит немного ингредиентов. Что значит много? Это не объективно. Ну да, немного. А много сколько? Относительно чего? Ну допустим, вот 5 ингредиентов это уже много. Хуй его знает. Ладно, похуй, хорошо, пизду. Тебя реально, пошел нахуй.
Шучу, брат, блядь, оставайся, мы тебя любим, может, блядь. Может, колбаса, блядь, какая-то, я не знаю. Может быть, так спроси. Я не колбаса? Да. А, бля. Ты что там? А! Такой. Вдохнул, понял, член унюхал, блядь, на пальцах. Ого! Ох, как хорошо! Ох! Меня чаще всего... Стоп. Хуйня. Давай, по новой. Я кукуруза? Я кукуруза. Я кукуруза. Не, ну, бля, ну, на прозвер, как микрофон примерно. Да, бля, что ты прицелился? Ты доебался, бля. Ты прицеловал... Нет, Хантик, ты прицеловал вопрос страха такого размера, такого-такого. А что это, бля, ну, микрофон же может быть таким? Может. Блять, как так показываешь перед лицом, я не микрофон представляю, бля, а другое кое-что нахуй. Хантик, хватит охуяк думать там слово. Ну только, Хантик, ты заебал, бля. И подумал сразу, если размером с микрофон, блин, ну у всех разные, во-первых, микрофон. Я хлеб? Нет. Да, блядь, что за пищик может быть еще? Перестрога. Строго бедный, блядь, знаешь. Вообще измученный, загнанный в угол. Как будто кого-то серьез геморроем, блядь, так тяжело ему. Давай, братан, просто руби под корень, как я тебя учил. Обрубай все категории, которые... Это есть у вас предмет, да? Да, 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 да. Но он... Бля, жалко его реально, прям вот посмотри, пиздец, бедолага. Смотри. Аж волосы сыпятся, нахуй. Естественно, у него волосы лезут, блядь, как у веника, бля, старого, нахуй. Если он так нервничает каждую игру, блядь. Иди выпей валерьянки, брат, что за хуйня? Расслабься, глицинч под язык. Но у меня есть предположение одно, но мне кажется, давай, что давай. Давай, ты просто руби, братан, как ты умеешь, блядь, ты же вообще у меня, блядь, умный, нахуй. Я нахожусь на человеке? Да. Да. Я волосы? Нет. Бля, какой ж тупой, Гоша. Вообще пиздец. Не волосы? Вообще-то волосы можно купить, брат, если что. Да. Ну, а бровевые, к примеру, нельзя купить. Какие? Ну, на бровях. Почему бровевые? Можно купить. Броневые, броневолосы, блядь. Защитный покров активирован. Или там другие волосы. Можно, можно. Понятно. Другие волосы на письку ты имеешь в виду? На яйца, например, да, или что? Чирогин суку понесло там. Натаха тоже о яйцах задумал сразу, блядь. Эх, жаль, Сережка спит, блядь. Ёбаный сыр, блядь. Ну, он говорит, типа... Надо угадывать насекомых, чтобы это... Да. Сразу к Серёге потом... Да, мне он легко, так сейчас просто мастерин мне... рубит, уже посмотрит и к Серёге под одеяльце запрыгнет, блядь. Раз уж речь тут о яйцах зашла уже, блядь, чисто что Натаху понесло. Я задаю вопрос. Да-да-да. Могу ли я появиться из-за несоблюдения гигиены? Ты чё, охуела там, гуглишь, что ли? Нет, это я тебе написала просто вопрос. А я хуй знаю. Хуй знаю. Слушай, попробуй жопу не мыть, посмотрим. Нет, вообще хуй его знает. По-моему, нет. Ну смотри, посмотри, например, моль, она, ну вот, моль. Интересный вывод, блядь. Моль, она моль, блядь. Ну моль, она появляется вот... В вещах, если их не чистить, да типа нет, не нет, мистер. Нет. Да. Вот, да например, нет. Тараканы появляются, когда... Я понял, о чем ты, Михантик, я понял, о чем ты. Не-не-не. Это ну, точно, это да, связано я не с гигиеной. Это не то, это не то. Это не гигиена. Окей. Окей, ребят, передаем ход самому человеку. Всем привет, мой вопрос. Так, мой предмет часто фигурирует в фильмах, это был да, и смотрите, такой вопрос. С моим предметом люди взаимодействуют? Да. Да? Угу. Все-таки грамотные вопросы, Слав, ты что так это... умный, походу. Слышь, пиздак свой затяни, бля, рухлить, бля. Ты кому? Тебе строго, бля, что сидишь нахуй, расслабился. Так, с моим предметом люди взаимодействуют, но, блядь, что же я такое, нахуй? Я работаю не благодаря электричеству. Да. Блядь, это вообще пиздец, конечно.
Название этого предмета как-то связано с названием фильма? Да. Да. Вот это хорошо. Суки ебаные! Бля! Он первый отгадает, мне кажется. Не факт, не факт. Там не так все просто. Бля, охуеть. Сейчас еще по чам полетят, сейчас смотри. Так, теперь я? Лав. А? Теперь я или ты еще один вопрос? Не, все, у меня троечка уверенная, да. Блядь. Так, мой мультик, он состоит из нескольких серий? Кто-то шарит, загуглите, я просто рядом с ней не хочу гуглить. Нет. По-моему, нет. По-моему, нет. Если не ошибаюсь. По-моему, загугли, да, лучше проверьте. Слав, почему строго минет делают, смотри? По-моему, нет. Я почему-то хочу. Есть, нет. Слава, есть и так, есть? И есть и не так. Да. Что, ну... как понять? То есть, да? Ну, есть... именно... Ну, это не считается, нет. Она про серии говорит именно. Типа, а я про частей что? Там... например, я не знаю, как это объяснить. Я не понимаю, о чем ты. Там Шрек 1, Шрек 2, Шрек 3, Шрек 4, Шрек 5, Шрек 6, Шрек 6, 7, 8, 9. Там нет такого. Нет, ну это понятно. Там я есть... думал, я именно про серии... Ну, в смысле, типа, она может иметь в виду серии, которые, типа, вот, как мультсериале. Да-да-да, я про такое. Нет. А, ну да, есть. Но, бля, ну это за толку забьет. Мне очень интересно, бля. Это типа известный мультик, но при этом никто не знает, много ли в нем серий. Блин, никто. Типа, камон. Лучше так. Это тебе ничего не даст. Ничего не даст. Я же не слышу их. Че еще раз? Скажи лучше нет. Это ничего не даст. Это ничего не даст тебе просто. Потому что ты это узнаешь, ничего не даст. Серьезно. Ну, она просто, да, углубилась там несколько. Ладно, пусть будет, да. Если так и так. Еще вопросик задам. Этот мультик по фильму? Ну, я не видел. Кто-то вообще шарит? Нет, нет, по-моему, нет. Нет, нет. Бля, ебать, потные слова нахуй залетели. Я шершавый, поверьте. Шершавый? Не трогай. Ты что, бля, про свою чешую, бля, забазар? Не. Непонятно, да? Не, братан. Ну, мы тебе не ответим, брат. Не потому, что просто нападло. Давай тогда другой вопрос, да? Я твердый? Бля, брат, тоже не получается. Че ты хуй знает, если честно, да. Ладно, пусть это будут два вопроса, которые не помогут. Брат, я давайте скажу так. Меня можно взять? Вот, да, я только хотел это сказать. Ну. Вот так? Ну вот да, руку, да, 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 да. Ну, ну, блядь, ну. Ну, опять же. Брат, давай чуть-чуть Гузлику поможем. Гузлик, брат, я тебя в руке не трогал. И все тоже здесь. Да. Я тогда когда-то вы так ответили, все, в принципе. Меня все, все. Все, следующий. Бля, у меня, я не знаю, что еще существует из пищи, бля, если это не фрукты, не овощи. Что еще существует? И не Принглс. Это в конце... И не Принглс. И член, бля. Ну, по размеру это вот такая вот хуйня. Да. Блядь. Ну, хлеб подходит по такие размеры. Но может поменьше. Блядь, ничего не дает. Это не сладкое, блядь, столько сладостей сразу отпадает. Это соленое, Бустер сказал. Ну, сыс, что ты нахуй мне? Че ты, блядь, меня так засадил сразу? Ты отвечал мне на это. Не, я сказал с Аленой, типа, понял, шутка такая. Аленочка, понял. В смысле, нахуй? Нет, ну, тут как бы, знаешь, предпочтение, ну, как соленое. Не, ну, там есть соль, грубо говоря, но соли во многих компонентах есть, типа. Да. То есть, да. Типа... Не, ну, понятно, понятно. Ты имеешь в виду, что соленое в плане, это не сладости, грубо говоря, ну, Антония, да, сладости? Ну, да, такого, да. Ну, да, это соленое получается. Хорошо, я сейчас подумаю, что там еще и существует из пищи, блядь. Давай, братанчик, блядь, подумаем, блядь. Нужно задать какой-то вопрос, и я понимаю, что мне надо задать, ну... У меня сейчас есть парочку наводящих вопросов, а блядь. Может, хорошо. Я продаюсь чаще в жареном виде? Нет. 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 Вот, бля, что я спросил-то нахуй? Бля. Ну не в замороженном, не в жареном. Оп, еще просто подсказка. Нет, он... Да нет, у меня не замороженное было, у меня не замороженное было. А. Я поэтому сказала. Интересно, даже кто сам первый ответит? Мне кажется, Слава.
Я даже не курица, получается. Да, даже не курица ты. Если я нахожусь на теле, то я выше, чем вот это, вот здесь. Да. Да. Я нахожусь не в ушах. Нет. Ой, да-да-да. В ушах? Я нахожусь не в носу. В ушах? Подожди, еще раз вопрос. Он говорит, я нахожусь не в ушах, то есть ответ да. Да. Я нахожусь не в носу. Да. Да, ты не в носу, все, следующий. Все, следующий. Язов ты, давай, удиви нас, блядь. Я обычно обитаю в лесу? Ну да, наверное. Ну хуй знает. Я бы не сказал, что обычно она обитает в лесу. У этого, так сказать, слова есть место, так сказать, назначение, где оно чаще всего фигурирует, бля, и является? Да. Так сказать, место, бля, явление, бля, где его можно созерцать, понимаешь? Ну там, где, например, трава, где вот земля. Да, нормально, ты еще три вопроса задала. Все, следующий тогда. Сука. Не, ну ладно. Ладно, давай. Рук, с тобой все нормально, блядь, ты что-то вообще... Нормально. Нормально. Вань, ты как? Нормально. Так. Пикантик отвалился. Что с пикантиком? Я думаю, я вспоминаю. Я испугался, думал, похотело, блядь. Блин, но... А можно просто спросить, не относящийся сейчас к игре, просто у вас спросить. У клопа есть крылья? Да. Вообще не относится к игре. С учетом того, что у тебя Нет, просто, чтобы у меня клоп от... Я думал, что скажешь, что меня сильно говном воняет. Тут реально, блин, относилось. Ирина, ну нет, не ответим вопрос. Не ответите на этот конечно. Вопрос? Нет, конечно. Ну нет. Так в смысле, просто это смотри, типа у тебя, смотри, у тебя был вопрос, типа, есть ли у меня крылья, правильно? Да. Что да, мы да, тебе да. ответили? Вы сказали, что нет. Сказали, если что мы нет, сейчас ответим, что у клопа нет крыльев, значит, ты не будешь подразумевать клопа. Это разве не по игре? Ну... Ну, блин. Если бы я знала просто, что у клопа... Да, так загугли, господи, мы тебя не будем осуждать. Ну вот я к этому и не хочу, типа, ходить, типа, гуглу. Ну просто как спроси. Ладно, хорошо. Ходить гуглу? Нет, я хочу как-то так... Подойти, типа, нащупай, да? Как яйца Серёжки в темноте. В коридоре, бля. Передвигаться сквадом. Где? Складом. Хорошо. Лайтап, нахуй. На джампаде, бля. Четвером. Я... Хорошо, ладно, обычно тогда похуй. Только варенье, только варенье. Я муравей? Нет. Ладно. Блин, но я, кстати, думал, что Наташа угадает в самом начале еще. Смотрите. Скорее, наверное, ты угадаешь, да. Окей, я понял. Мой предмет. Так разве ты сейчас? Ну да, Наташа уже обосралась. Получается, я... Мой предмет не содержит бумагу. Да? Да. Необычный вопрос. Мой предмет... Нет, давай так. Фильм с моим предметом выходил в 21 веке? Да. Я посмотрела, кто такой клоп, блядь! Так в смысле, чё тебе далеко ходить надо? Посмотри на подушку, блядь, я все... Вот загуглите клоп! Фу! Слушай, что, Натаха, еще есть клопы, которые... А, стоп, это не клопы. Да. Вот это красивый. Красивый, добрый клоп. Нормально, они прикольные. А Див так воняет еще. Ужасно! Как от тебя, Натаха, блядь, странно, что тебя вообще как не приглянулись с ним. Смотри, какой красивый. Фу! Вот это стрёмно. Пауки и стрёмные. Они вообще все с лапками. Они во рту ползают у нас, везде ползают. Да хватит! А зачем ты продолжаешь их смотреть? Не смотри их, Наташа. Ой, хватит. Ой, какие. Ух. Кабатки-то там знатные. И же в мебели, по-моему, ползают клопы. Ладно, ребят, не отвлекайтесь, блядь. Мой последний вопрос. Ну-ка. Мой предмет. Нет, в фильме с моим предметом снимался... Марк Уолберг. Блять, я так и знал, что ты его скажешь. Да? Нет, но я знал, что ты спросишь именно его, но это не он. Да, окей. Охуеть. Название мультика совпадает с названием с именем моего персонажа. Да. Да. У тебя Марк Уолберг любимый актер, что ли? Не, легкая. Я просто подумал о трансформерах, понял?
Я понял. Так, в мультике я похожа на какое-то животное? Нет. Нет? Нет. Не похожа? Нет. Так, я меньше мизинца. Что ты говоришь? А, меньше мизинца. Ну, знаешь, ну вот в этом диапазоне я бы сказал так. Ну, поменьше, наверное, даже, да, брат. Да, да, да. У Димана очень сложно. Да, Диман, да. От меня исходит какой-то запах? Хуй с ним. Не скажем, Диман. Не знаю. Нет, я думаю, нет. Короче, меньше мизинца, да? Да, 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 меньше. Меньше мизинца, по запаху непонятно, да? По запаху. Ну, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Я из теста? Да. Ты... Нет. Нет, разве? Нет. Охуеть. Все сразу нахуй отпадает. И у Квихантика, кстати, Квихантик мог в самом начале отгадать. Я думал, сразу же отгадает. Но потом куда-то вообще не туда пошел. В смысле? В смысле? Хотя, слышь, хотя... Ну... А, сейчас. Ну, блядь, ну ты понял, он такой, типа... Ну, в тебе есть ингредиенты, которые свежатся в тесте. То есть, ну ты не прям из теста. Пизда. Не, из теста все пишут. Ну там типа... Ну вообще? Вообще, ну... вообще из теста. Ну ладно, ну, давай. Ну просто мне кажется, ты его может очень сильно с этого... С... Да, 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 я тоже так думаю. С толку сбить, потому что он будет сразу... Ну вы поняли, о чем я. Ну там где... Ну блин, ну вообще из теста. Я вот думаю только, блядь, про шавуху какую-то, все, блин. Ну вот, так, давай так, ты не из теста, брат. Тебе содержится то, что содержится в тесте, но ты не из теста. Я понял. Грубо говоря, мука, давай так тебе скажем даже. Мало ли ты будешь тупить. Mm-hmm. Я, да? Да, нихуя не помогает вообще, пизда. Ну, мало я ли. Нахожусь не во рту. Нет. Нет. Я нахожусь не на голове. Нет. Ага. Генсух, ты. Генсух, ты что? Не на голове. Прям губами к микрофону блядь, докоснулся. Не, 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 все правильно. Я так задал вопрос. Он спросил, да. Я нахожусь не на голове, то есть ответ нет. Да, нет. А, стоп. Да, 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 все правильно. Да. Ну, с отрицаниями. Да, 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 да. Да. Я наношу вред людям. Я, ну, в лесу, там, в траве обычно обитаю, там, и так далее. Мы стаей, сквадом передвигаемся. Я, блядь, представил. Кто-то видел. Мужики, давай, дайте сквад. Кто-то меня видел, а кто-то нет. Угу. Верно. У меня нет крыльев, значит, я ползаю. Угу. Ползучая тварь, блядь. Я что-то противное, раз вы мне загадали вот это вот насекомое. Ты еще та, падла, блядь. Так. Я не гусеница. Да, ты не. Я... Первый вопрос. Какой? Я не задавала, ну ладно, похуй. Хорошо. Я не... Так, сейчас. На-на-на-на-на. Хм. Хорошо. Это легкое по-любому слово. Ну вот эти, блядь, у меня были слова клоп, моль, гусеница, клещ, таракан, муравей. Все. Вот ты, в принципе, всех насекомых перечислил. Да, Дима! Что? Ты лучше загадывай еще какие-нибудь наводящие вопросы. Угу. Я... Не знаю, там... Потому что да, да, да ты, мне кажется, что ты не сможешь три насекомых знаешь и все. Не смогу, да? А. Не, ну так все реально сможешь. Но оно не очень такое, знаешь, примитивное. Но они просто, знаешь... А, ну понятно. Не часто встречающиеся. То есть, если он не подсказывает ей, блядь, пусть не мучается. Просто они все похожи, у них есть лапки, у них есть усики. Они все бегают. Это вопрос, как я говорю? Нет, сейчас. Я просто рассуждаю. Размышления. А, хорошо. У них есть усики? Нет. Наверное, нет. Нет, нет, нет. Нет такого слова нету. Нету сов? Ага. Как? Загуглите? Шпрот? Реально нет. Да нету, нету сов, я знаю. Нет, усики, они даже могут быть маленькие, маленькие. Нету! Нет, такого слова нету.
Смотри, это вопрос такой. Блядь. В моем фильме не снимался Ди Каприо. Да, не снимался. Давай по-другому построим. В моем фильме снимался известный актер? Нет, ну, нет. Ну я бы не назвал известным. Да, нет, нет, не снимался. А Мэтью МакКонахи, это известный актер? Смотря что ты понимаешь. Конечно, под известным. Да. Вот я только что, грубо говоря, ограничил. Ну, Гигантик меня понял. Да. Окей. Все? Ты, Катюх? Да. Угу. Так. Блядь, какая сложная хуйня. Только интересно, можно неделю сидеть, блядь. Мне еще никто не отгадал. Да-да-да. И пиздец, блядь. В мультике. Я борюсь. Со злом. Неумышленно? Ну, типа, ну, якобы, объясню, что мы видим. Это мое предназначение. Или я... А ты вообще там борешься со злом? Кто шарит? Ну, наверное... Короче, Катюх, на 2 часа пока отойди, мультик посмотрим. А, он еще 2 часа идет, я поняла. Ну, там плюс-минус, я думаю, где-то так. Ну, поняли мой вопрос? Да, я понял. Сделайте голосование, кто первый ответит. Грубо говоря, цель моего мультика — это не борьба со злом. Хуй знает. Хотя, бля... Ну, там по-любому есть какой-то, наверное, так сказать, антагонист. Нет, ну если он есть, либо я как бы изначально предназначен для того, чтобы... Ну, не, по-моему, не прям там... Тебе поможет ответ на этот вопрос? Тебе поможет ответ на этот вопрос, Дима? Да, поможет ответ на этот вопрос. Сейчас. Сейчас тогда узнаем. Надеюсь. Я узнаю, что не поможет. Ты какие-то варианты... У тебя есть предположение какое-то? Лучше скажи какое-то предположение. У меня есть Белоснежка. Вроде бы нет. А? Вроде тут... Нет, не Белоснежка. А Белоснежка — это новый мультик? Ну, просто есть, по-моему, есть новый какой-то мультфильм, ну, да, да. По-старому. Ну, вот это схожее, наверное, с Белоснежкой. Я еще слышу, Слав. Бери. Ну, да. Еще раз вы говорите. Схожая с Белоснежкой, наверное, эта история. Ну, грубо говоря, ребята, такая. Блядь. Типа, игра вот затягивается, вот. Ребята, пизда, вот блядь. Воняет пиздой. Вот. А, здесь Катюха рядом. Угу. То есть я могу теперь, получается, правильно еще один вопрос задать? Да. Кто задает? Я, да? А, я легче 1 килограмма? Да. Да. А, так, я ничего, мне по размеру ничего надо понять. Я... Ничего я... не слышу. Прикинь, тоже ничего не слышу. Вот так. Давай ты вот так наденешь на шею. Я отношусь к микро... А, я неодушевленная, да? Да, ты неодушевленная. А, меня можно как увидеть невооруженным глазом? Ага. Да, ну, хотя... Сейчас. Да, загугли лучше. Это такие фотографии. Скинь посмотреть. Я даже не знаю, как это вообще. Ну, наверное, можно. Слава, меня видно невооруженным глазом? Да, можно вроде увидеть, да, можно. А, будь здоров. Спасибо. Будь здоров. Спасибо. Видно ли тебя? Брат, блин, опиши свой вопрос как-нибудь. Ну что, примеры, грубо говоря. Окей. Я когда иду по улице и смотрю на это, я могу сказать, о, это же эта фигня. Нет, да? Диман не догадается, я уверен. Да, я тоже. Это очень сложно. Думал, это сложно. Это Диман, очень сложное слово. Подождите, рано списывать со счетов. Не, Диман тут... У Димана очень сложное слово, и знаю, сколько Диман умный, блядь, то вообще шансов нет. Нормально, вы не суетитесь. Ну, Диман, мы тебя верим, брат. В моем составе есть мясо? Да. Подожди. Ты уверен, что есть мясо? Ну нет, но это... Нет. В составе нет. В составе нет. Типа, тут может быть да, может быть нет, поэтому нет. Ладно, нет. Пизда, у меня просто улетает все. Я, да. Лучше бы это был член, да, Кайханди? Бля. Я, да, следующий. Я перхоть? Да. 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 Я сначала думал то, что... Нихуя, блядь. Когда... Почему самый тупой видео ставили. Нет, почему вы сказали то, что я создан природой?
Ну а кем ты создан, блядь? Инженерами, блядь? Ну, природой создан, я не знаю, вот лава, к примеру, какая-нибудь. Потом, не знаю, золото там какое-нибудь. Ну, знаю, лава, лава. Человек, слава! Человек, а кокос создан природой, брат? Ну... Задумался. Ну да, наверное. Почему ты не знаешь всего о кокосах, блядь? Я эксперт в этой области. Бля, красава. Я почему-то вначале думал, что это лава. Кокосовет. Бля, строго удивил, братан. Я думал, ты опять будешь мучиться сидеть. Так я уже все перечислил, потому что можем... Бля, теперь мне какая-нибудь. У нас тут там сопли какие-нибудь. Ладно, все, я сейчас погружаюсь в раздумья полностью. Ждите, я вас сейчас тоже куплю нахуй ответ. Я сейчас открываю заметки и пишу фильм. Так, смотрите. Я форма как гусеница? Да. Ну, типа, вот такая вот. Типа. Да, ну, да, да, да. Я червяк? Нет. Да, блядь! Диман, во-первых, брат, хочу тебе сказать, что ты очень... Ну, ты связан с человеком. Ну, я понимаю, уже... Ты задавал этот вопрос? Нет, еще не задавал. Нет, подожди, не бойся. Меня создал не человек, ни мужского, ни дома у людей, неодушевленное. Так если меня не создал... Ну, я понял, давай, давай. Сейчас. Не подсказывать тебе будешь? Не, пока не надо, да, я сейчас... Хорошо. Жанр моего фильма не комедия. Да. Да, не комедия. Ну, основной, давайте так, основной жанр. Да, 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 да. Жанр моего фильма основной, не фантастика. Угу. Ну да, да, да. Ну, как основной, основной не да. Фантастика. Блядь. Ебать интересная, да, катка вообще? Я не понимаю, что это вообще может быть, брат. Этот я предмет. Он... Из железа? Нет. Уебаны. Чё вы, суки, блядь? У моего Алло. Персонажа светлые волосы? Да. Да. У моего персонажа длинные волосы? Да. Да. Рапунцель? Да. Ты сейчас скажешь, Валерий Леонтьев, блядь. Ну надо же. Молодец, Катюх. Теперь сходи мне ужин, приготовь, пока мужчина думает. А? Что было фантастика? Я забыл, есть. Я в киберспорте был. Можешь не погреть другой? Ну, за другой. Ну, это старый уже. Поплевал и все? Так сколько твой час прошел? Малыш. Слав, ну ты, конечно, за. Помнишь тест наш на совместимость? Мужчина, глава семьи, блядь. Пожалуйста. И ничего не скажешь ведь. По факту, блядь. Ох. Наконец-то место освободилось, то в углу сидел, как хуйло, блядь. Балдеж, можно наушники нормально одеть. Ой, блин. Давай, давай, Лик. Катюх, спасибо за игру. Меня просто единственное смущает, что... Не, ну можешь возвращаться, ты лучше, Катюх, вообще просто. Видно меня. Мозги огроменные, бля, здоровенный мозг, бля, большая дедукция. Мои размеры непонятны, то есть я понимаю, если вы меня не видите глазом... Ладно, поехали, блядь. Подождите, я прозрачный? Нет. Нет. Бля, у меня тоже вообще пиздец полный. Бля, вот прозрачный. Я просто понимаю, но... Ну, мы тебе были пузырь загадали? Вот такие вот размеры примерно, блядь. Охуеть, если бы это было мясо, это было бы типа намного легче. Думай, думай, слушай, я думаю, сейчас тут самый вариант, когда надо перечислять, может уже начать просто. Не бояться, значит... Так я уже не знаю, что может быть этих размеров просто. Ну, перечисляй просто продукты, можешь по брендам перечислять. Ты же начинал с Pringles, блядь, давай дальше хуярь. Не бойтесь задать вопросы. Типа, чем быстрее, если вы не будете задать вопрос, тем быстрее до вас дает еще раз круг заново. Не бойтесь. Соленая, не бойтесь блядь. Ошибиться, блядь. Главное, не спрашивайте про кокос, блядь. Сейчас, я хочу, чтобы бля... еще ближе. Хорошо, я продаюсь под маркой известного бренда вообще. Да. Да. Нихуя не дал. Бля, просто что может быть еще этих размеров? Там может быть и тесто, там может быть и мясо, может не быть мясом, бля. Да, да. Вообще пиздец. Только, ну, за это не расстраивайся, брат, у тебя все получится, верь себе. А может и не под брендом, а может быть популярным или непопулярным брендом. Угу.
Блять, что? Я вообще не понимаю, что это. Бля, Хантик, я думала, ты догадаешься. На самом деле, самый-самый первый. Да когда ты сказала про... Я думал, что ты догадаешься, самое первое. Бля, вот с этими размерами вы меня пиздец запутали. Ой, еще с твердым, не твердым, блядь. Бля, вообще пиздец. Что это может быть просто? Я даже... У меня реально нет наводящих вопросов. Я даже не знаю, просто блядь, что перечислить. Что я? Я тоже не понимаю. Я даже не знаю, какой фильм, нахуй. Я не понимаю, что это за предмет вообще. Не хлеб, не мясо, блядь. Не шоколадки, блядь. Называй продукцию. Называй продукцию. Хуярь, брат. Да я... Я уже просто хочу начать это... Да, я тоже. Ну, у меня есть варианты, я просто хочу тыкать. А я, давай, пускай. Да, давай. Хочешь тайм-аут? Хочешь думай, давай. Да, давай. Инцов полетело. Я глист? Нет. Наташа, я тебе в самом начале такую подсказку дал. Это просто пиздец. Строго, не выебывай. Строго, уже знаешь, такой эксперт. Я вам подсказки даю, лопаны. Не, я сначала сказал, а потом подумал то, что я очень тупо сказал. Неважно, все. Смотри. Мой предмет не квадратный. Нет. Да, твой предмет не квадратный. Мой предмет круглый? Нет. В уёбке. А вот спрашивает через не круглый. Ну, типа, так, не я... круглый, не квадратный, блядь. Блядь, меня очень смущает. Окей, я не муж. Я женского рода. Или среднего рода. Да, женского рода. Женского рода. Давайте так. Я не пыль? Да, ты не пыль. Блядь, такая читерская тема, вот это не пыль, блядь, не круглый, не квадратный. Я чё, я хули не спросил, долбоёб тупой, блядь. Если подует ветер, я перемещусь? Что? Блядь, меня плавит нахуй. Если подует ветер, братан, то нихуя тебе не будет. Это важно, кстати. Ну как? Блять, вы на вопросы отвечаете 50 на 50, там вообще какая-то хуйня улютая загадана, походу. Ну да, да. Блять, кто же я, нахуй? Ты про всё, Диман? Кто я? Кто? Я не салат? Нет. Нет. Ну да, вообще не салат. Но я... Стоп, почему? Почему ты не салат? Я вот почему я не салат? Нет, я не салат, значит, да, я не салат. Я не салат. Я меньше, чем вот такой вот размер. Да куда ты попиздовал это? Ну да, да, да. Да, меньше, конечно. О, блядь. А что это показывает? Алло. Да покажи. Куда она Серёжкин хер показывает? Алло. Меньше. Ну, задавай, Хантик. Все, блядь, я уже забыл, что... Все, тогда я тебе задаю. Наташа, говори. Сука. Опять я? Так, ну да, я. Так, ну я... Я не глист, я не червяк, я гусеница. Я задавала этот вопрос. Нет, я задавала, я форма как гусеница, а вдруг я гусеница, блядь. Ты не гусеница, все, ты не гусеница. Хорошо. Я теперь вопрос задаю. Я какая-то ебаная хуйня. Я не гусеница, я не клоп, не муха ебаная, я, блядь, не червяк ебаный, я не клещ ебаный. Я слышу, когда Таха так бьет с ртом микрофон, я чуть другое представлю. А это может... Я не моль, блядь. А, смотри, я... Меня используют люди как-то в этом фильме? Да. Бля, какие же уебаны, господи. Там может быть содействие с этим. Бля, уебаны, блядь. Если вы мне задали такую шкуню, как в тот раз с этим, бля, как его забыл? Вы уверены, что я знаю, что это за фильм? Да. Да. Я нет. Я уже нет, блядь. Да, 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 да. Он 100% знает. Миллион процентов знает. Такой... Ну да, я бы ответила на вопрос, да. Используют меня? Да. Меня не используют, правильно? Да. Используют. Используют меня в фильме? Да, используют. Да. Ну как что? Ну вот ты о чем думаешь? Ну вообще как-то взаимодействуют со мной? Или ты просто, грубо говоря, какая-то статуя, которая стоит весь фильм и просто вот она стоит и все? Да, действует, взаимодействует. Я... Куда ты полетел, хуй, ёпт? Сейчас я уже...
Ну, блядь, смотри, со мной взаимодействует, правильно, правильно, со мной взаимодействует, да, следовательно, я кто, блядь, правильно? Я не... Блядь, я, сука, представляю, английские, куда-то они залезают, нахуй. Тише, не пизди, блядь, мне так мысли все распугиваются. Почему вы не могли просто муху мне придумать, блядь, какие-то нахуй членистоги? Пизду. Я не исцеляю людей. Да, ты не исцеляешь. То есть ответ да. Ну да. Да. Хорошо, я не кормлю людей. Да, ты не кормишь людей. Уебанные вы ебанные. Блядь. Короче, не используется акцент, не больше человека найти. Меня можно типа найти. Ну вы сказали, что мне... То есть я нахуй человеку не нужен, да? Я существую... Я существую отдельно от человека? Нет. Я могу жить в воде? Да куда ты, блядь, лезешь, что нахуй? Ебать! Кихантик его быстро это осадил за лук. На агро берет Кихантик. Бля, я просто нахуй сейчас... Я не чипсы? Нет! Ты решил по брендам пробежаться, блядь? Читос, Лейс, блядь. Мало ли, ну это же может быть не принос, но же окей, окей. Гесух ты. Да подожди, я ответ, да. Блядь, это самая сложная игра вообще. Завали ебало, подожди. Потому что здесь нет подсказок, мы вообще нихуя не можем. Хотите, я буду подсказывать? Не, не, давай, слушай, не, давайте играть до последнего, просто интересно. Это сможет продлиться неделю? Мне просто интересно, реально. Неделя, сколько это сможет идти? Вот неделя, две, три, типа марафоны жесткие прям. По игре в кто я, блядь. Мне кажется, все равно мое легкое самое слово, я буду думать до конца, блядь. Бля, самое последнее останусь. Мясо, тесто, блядь, там же еще какая-то хуйня по-любому может быть. Не ну, знаю, и ты говоришь, и ты про чипсы говоришь. А что, ну может быть вот это добавки, блядь, типа... С мясом, блядь. Ну, добавки. Какие бля, добавки может... с мясом, блядь, чипсы с мясом? Может, я сосиска в тесте? Тебе точно сосиска есть, бля. Получается, сосиска в тесте, брат. Я хуй знает, кто я вообще не понимаю. Кто сейчас говорит? Ты. А что Натах спросил? Это сейчас какая-то тупить, блядь. А я. Да, Натах. Вы чё, блядь? Давай, Натах. А я могу быть в воде? Да ты где хочешь, может быть, блядь. Ну, типа, в теории, блядь. И комар может быть в воде, знаешь, если он упадет туда. Ну, я имею в виду, я так, я там, типа, нормально буду и жить, да и... Да хуй тебя знает, блядь, меня тебя не спрашивали, ты не умеешь базарить, блядь. Но, скорее всего, нет, типа. Нет, Гинсуха, нет, Гинсуха, ты не пройди. Посади мне, пожалуйста. Блядь, ебучее насекомое. Охуенно, просто... сколько мы... Хватит насекомых обзывали, хорошие, они полезные, блядь. Сколько мы уже играем. Что это полезное, оно причиняет вред человеку, вы сказали. Хорошо, да, это не да, очень полезно. Ну, да, задавайте вопрос. Давай дальше, Слава, давай. Да, давай дальше. Нет, он в любом случае полезный, есть же пищевая цепочка, правильно? Ну, не для людей же. Ну, полезно для других насекомых, туда-сюда, ну, это же, типа, и называется пищевая цепочка. Я спрашивала, типа, полезное для человека, сказали нет, типа, вред приносит. Окей. Okay. Я не музыкальная, ну, музыку я не издаю, да? Я не издаю музыку. Да, ты не издаешь. Да, все, значит, я спрашиваю, значит, не читается. Я... Другой вопрос. Читается. Два вопроса. Хуйло. Я... Мой фильм не детектив. Да, твой фильм не детектив. Мой фильм не боевик. Да, не боевик. А что еще бывает у ёбки? Все. Так. Пиздец, крыса, блядь. А что это Blood Trail, блядь? Я появился сразу, как появился человек. Диман с лицом таким. Что? А как понять, Диман? Ну, вы сказали, что я связан с человеком. И что? Нет, Диман, нет. Не как ты появился, он сразу появился. Нет. Ну ты имеешь в виду с рождения ты или знаешь, именно... Да не, ну бля, я просто... Или когда говорю. Человек в принципе появился и... Вот как только появился человек, вот стал жить человек, это появилось сразу? Не. Бля, что за пиздец. Хорошо, я буду перебирать. А, так я не знаю даже, что перебирать, блядь.
Хорошо, мой предмет ловит перед тем, как доставить в магазин? Нет. Ты до этого, блядь, чипсы задавал, нахуй. Как так отклонился от курса-то, блядь? А чипсы ловят, нахуй? Сказали, мучное в тебе есть, блядь. Что ловит с мучным? Что может быть? Просто хачапури поймал, нахуй, выловил, блядь. Купил спиннинг, сам поехал с мужиками и просто, блядь, самсу, нахуй, поймал, блядь. Я скип. Диман расплавил, нахуй. Понимаете, типа... Я... Я не триллер? Да, ты... Да. А, нет. Я триллер, да? Это триллер, да? Ну, триллер, да. Заебись, все, вы следующий. Так. Нихуя не дало, кстати. Я есть только в больших городах. Ну, нет, так. Нет, не такой вопрос, стой, не такой вопрос. Да просто, блядь, вы ни размеров ничего не можете сказать. Меня и не видно, и видно. Ничего, никакой инфы нету о предмете. Окей, бля. Обо мне узнали ученые сначала? Да. Я не вирус? Да, ты да. Не вирус. Я могу наносить какой-то вред? Да. Дальше. Я не хачапури. Сука. Бля, что еще есть? Я не шаверма. Бля, ну скажи да. Да, ты не шаверма. Я не... Я вообще не знаю, что я мразь нахуй. Причем не по игре, блядь, а по жизни. Что еще есть? Попкорн, блядь, существует. Ну, блядь, сука. Творог, какие-то мучения, нахуй. Да, чисто. Я уже не понимаю, что происходит, да. Когда плавит, это нормальная тема, кстати. Творог, печенье, блядь. Курица, рыба. Хлеб, булочка, торт. Сука, это все сладкое, блядь. Пизда, бля. Сука. Ты, на самом деле, не задал один вопрос по продуктам, который мог тебя очень сильно навести на... Вот тебе игры Габара, Габара. Да я не знаю, что... Скипаю, короче, дальше, давайте. Я... Наташа, помню... Люблю говно. Да, любишь. Ну, урос! Я люблю говно! Он уже 2 часа... Малыш, выжил, вопрос, пожалуйста. Вопрос поступает от человека просто. Я люблю говно. Я люблю говно. Вначале это не спросил. В смысле? Я люблю говно. Да. Ура, блядь! Ура! Я вот эта хуйня, личинка, которая в говне. Ой, как она называется? Говняная личинка. Да. Я личинка в говне, блядь. Ты с самого начала сказал, что ты муха. Так она не муха, блядь. Ты дебил, блядь. Они нашли друг друга, блядь. Блядь, езжай в СПБ. Выселяй нахуй Серегу, ты ей лучше подходишь. Алло. Опарыш это не муха, в смысле. Опарыш это муха. Ты что, ёбнутый? Ты что, блядь, строгаешься? А кто это опарыш? Тогда уже, блядь, и опарыш это и говновоз, блядь. Тогда вопрос, зачем ты ей вначале сказал слово, которое мы загадали? А, ну да, это она превращает. Опарыш говорит. Реально? Опарыш это муха! Реально? Это превращается в муху. Я не знал. Боже, какие же вы... Сидят еще угорают, два старпера, 40 лет сидят, нихера не знают, угорают надо мной. Лик, давай нахуй, Лик, надо заканчивать игру, давай. Так, давай, Слава, я сейчас, нет, Слава. Ты сейчас. Сейчас я. Давай, Слава. Я, сука. Мужики, сейчас, секунду. Бля, это пиздец. Я пользу забыл, приношу, нет? Нет, не приносишь. Уебанный, блядь. Я приношу вред. Да. Да. О, заебок. Это пиздец полный, просто полный. Я лекарство?
Нет. Блядь, какое ты лекарство. Я думаю, фильм «Лекарство здоровья». Смотрите, я могу наносить вред. Я не бактерия. Ебаный, блядь. Да, ты не бактерия. Да спрячьте сейчас какой-то номер, вылезет уже, не показывайте, блядь. У меня тут нету симки. Понял. Уже на Тахе есть опыт, блядь, так сказать. Так. Я не бактерия. Да хуй знает, пока никто, просто... пока мы учимся сидим. Я отношусь к микроорганизмам. Нет. Нет, нет. Это хороший вопрос. Вы часто покупаете это? Я нет, но вообще люди часто покупают. Давай так уже выразим. Пиздануться. Юкантик как алкаш уже такой. Юкантик уже плавит, ему завтра, слышишь, в школу надо еще карандашин точить нахуй. А его уже размазало, как Нутеллу, бля, по хлебу. Ну что может быть с мясом, блядь, с тестом? Я уже все перебрал. Да, что же может быть с мясом, тестом, блядь? Самсу, ой, назвал хачапури, блядь, и то без мяса, нахуй. Я даже не знаю, что такое хачапури, блядь. Ну это булочка с сыром. Блядь, а если бы мне назвали какую-нибудь хуйню, которую я даже не знаю название, блядь. Знаешь, 100% знаю. Гуглить нельзя. Да нет, я, блядь, у меня тут хачапури открыто было. Бля, это пизданулся просто, я не знаю. Бля, мне... Блядь, ну что я могу быть, сука? У меня еще... У меня был еще... На, не, в пизду, это даже нихуя невозможно, блядь. Ну, не получается. Это только, знаешь, слово, блядь, легко задавать вопрос. Ну, понятно. Я уже, я и так уже по категориям, все, сука, я вот, я понял, что я вред наношу, это важно было, мне кажется, было. Давай. Скипаю пока, скипаю. Давай так. Я не паразит. Нет. Мой фильм выходил. Да. Мой фильм выходил. Ну, ближайшие вот 5 лет назад. Да. Ну, да. Ну, то есть, вот, грубо говоря, 5 лет назад, и вот в этом промежутке. Вы правильно, да, мне мой вопрос поняли, да. Да. Я. Мой фильм выходил ближайшие 3 года назад. Ну, посмотрите, меня это очень важно. Да, Слава. Да. Реально? Да. Все, ты следующий, Диман. Блин. А, стоп. Подождите секунду. Да, я да. Я знаю, да, это все, слово. Да, да, знаешь, Диман. В твоем возрасте, Диман, такие слова нельзя не знать. Подсказка, кстати, была. Да, я понимаю, что это подсказка. Я не песок. Причем с песок-то? Как так-то, блин? Ну это смешно, конечно. Да, да, ты не песок. Да, ты не песок. На всякий случай уточни. В моем возрасте нельзя. Блядь, это... Кто я нахуй? Я неодушевленная, это вы сказали. Я неодушевленная. Но я у меня создал человек, вот в чем проблема. Нет, я не создал человек. Да, я живу при человеке. Сука, почему я не член, блядь? То есть я живу при человеке, но я неодушевленная. Что это для меня? Это пиздец, это такие на самом деле. Парень, там не заспалили слово. А, нет, это Сбербанк. Это очень жесткий дисбаланс получается, что я неодушевленная, но при этом живу при человеке. Бля, я не понимаю, кто. Можешь скипать, я уже понял, что я триллер. Да, можешь скипать, пока дальше думать. Пока если у кого есть вопросы, задавайте просто на рандом. Да, я тоже предлагаю на рандоме, короче, уже. Уже типа не получил. А, стой, я создан, я как связан с жидкостью. Ну, да, да. Меня можно купить на улицах, типа вот? Да. Ну, на улице, в смысле, как на улице? Ну, вот понял, типа, вот как шавуху покупают, вот типа такого. Ну, в ларьке? В ларьке ты имеешь в виду? Ну, да. Да. Ну, можно купить? Нет, он как шавуху говорит. А, чтобы тебе сделали, типа, ее? Нет. Нет, это не быстро, это не быстро, хавка. Не пизда, вообще. Подожди, Ликс, ты сейчас его запутаешь. Вот как он сказал, это нельзя купить. Все просто. Ну да, если так, то да. Он типа не продается как шавуха. Ну что, гамбургер, блядь, я ебал. Нет. Смотрите, мужики, у меня к вам такой вопрос. Я врежу человеку не путем заражения его как-то.
Не путем заражения, Слава. Я врежу человеку не путем, блядь, заклинаний, блядь. Нет. Бля, вы таким уёбками будете, если этого слова не знает просто. Так нет, подожди. Знаешь. Скорее всего, знаешь. Смотри, ну, как бы я задал вопрос, я не путем заклинания. То есть, типа, я каким-то другим методом. Ну, уверен, да? Дим? Ну, тут я бы не сказал, тут можно и да ответить, типа. Ну, скорее заклинание. Да. Ну ладно. Ну... Блядь, вы такие уебаные, я в очередной раз убедился. Это же легче становится. Заклинание. Легче, но это не совсем типа заклинание. Ну, блядь, я не Джуманджи, блядь. Нет. Ну, потому что я не хотел говорить, но это же это не трейлер, блядь, не знаю, это комедия. Мясо, тесто, блядь. Такая фантастика. Так, нет, это внутри. Знает, типа, я связан с жидкостью, я... Жидкость... Блядь, меня означает, что меня не видно, меня открыли учёные. Так, типа, кстати, трейлер, мне кажется, даже это, не, наверное, не первый жанр этого фильма. Я какая-то палочка. Я уже хотя бы не покушал. Я не палочка. Нет, ты не палочка. Да, я не палочка. Смотри, я хуй знает, что я... Я ужасы? Угу. Да, да. А почему ты спрашиваешь? Мне кажется, как раз... Да, да по-разному. Плохо уже. Да уже плохо, когда свободная секундочка освобождается, давай. Просто думаю на вопросу. Так, раз я ужасы... Блядь. Я врежу кожному покрову человека? Нет. 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 Блять, какой же пиздец, нахуй. Мне же надо все фильмы вспоминать, которые... Бля, я просто я понимаешь... Я могу попасть в рот человеку? Нет. Бля, я понимаю, что у меня там какая-то хуйня легкая. Я не могу это ответить. Это вообще пиздец. Ну да, я ты просто один вопрос не задал, который тебе пиздец как помогут. Да, да, да. Меня вдыхают, да? Нет. А? Меня можно вдохнуть? Нет, нет, нельзя. Нет. Ты не пердёшь, блядь. Не, я вообще не понимаю. Один вопрос, и он... Я заражаю человека через ранку? Нет. Нет. Бля, я просто не знаю, какой вопрос, бля. Блядь. Я чужой, нахуй? Нет. Ну, Хантик, у тебя был самый нормальный... Я связан, твердый, я связан с Хэллоуином. Что? Что еще раз трогал? Нет, ты не связан, Слава. Что ты еще раз сказал? Ну, ты задавал вопрос, типа, какого я, типа, твердый и так далее. Вот ну, этот да. Вопрос. Ну, тебе еще так ответили? Холодец, блядь, не знаю. Если ты подумаешь, что там... Желе, блядь. Бля, предмет. Я наношу вред животным. Который есть и назвал. Животным? Да. Суп вообще... нахуй. А? Нет, 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 нет. Вред животным? Нет, конечно. Сука, блядь, как это возможно? А, Катюх. Я наношу физический вред человеку? Да. Катюх, мы с тобой фильм смотрели? Вместе нет. Но ты его 100% смотрел. Бля, прикинь, что я такие... про него рассказывала, кстати. А, я его смотрела в кинотеатре. Я Годзилла, блядь. Нет. Это не, Я какой-то яд? Не предмет. Нет. Нет. Может, я лазанья? Шире о предмете. Стоп. Бля, меня уже плавит. Мы уже часа три в эту хуйню рубим, блядь. Мы даже не можем ни одно слово. У нас раньше было такое, что мы по несколько слов отгадывали, блядь. Мы тупеем. Настолько плавит, наоборот, понял? Типа, вместо того, чтобы мы типа... Тебе Катюха сказал то, что это не ужасы? Нет, ужас, наоборот, ужас, ужас, наоборот, он сказал. А, сказал, мне просто послышалось. Бля... если я как-то содействую с человеком, меня надо потом лечить докторам? Да. Нет, ну ты... Да, ну да, 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 да. Ну как ты, знаешь, содействуешь, неправильное слово, но лечить надо докторам. Ну как-то... А я наношу вред при соприкосновении с человеком? Нет. А, я визуальный, я чувствую себя плохо, когда я вижу, а я не нет. Могу видеть. Блядь. В смысле нет? Ты не можешь это увидеть, братан, ты не можешь это увидеть. У себя ты это не можешь увидеть. Я что-то психологическое? Нет. Нет. Бля, дайте подсказку, какой вопрос можно задать? Я глюки? Нет. Как это психологическое? Ну ты чуть обдумай, братан, смотри, если ты приносишь вред человеку, ну ты не можешь его увидеть, ну ты приносишь вред человеку. Это дешевле 40 рублей. И не можешь потрогать, то как ты можешь приносить вред человеку? Так я все Ролтон, блядь, какой-нибудь, доширак, нахуй, лапша, блядь. Да. Реально? Ты доширак, блядь. Да. Бля. Как я могу приносить вред? Смотрите, я сказал. Отгадал. Не воздушный капель. Бля. Что еще? Не воздушный капель. Отгадал? Нет, Фикантик. Без кожу. Да, как типа я могу да. Переносить? А-а-а. Ну смотри, допустим. Через жопу, что ли, попадаю? Нет. Блять.
А, я венерическое заболевание? Нет. Блин, это такое охуенное слово, Дашар. Я придумал, брат. Из-за того, что мясо есть. А фильм ты мне придумал, да, уебан? Не, не. Да не, не, не знаю даже, что я... Тут понял, Слава, тут мясо... Мне тяжело вспомнить фильмы. В моем фильме есть монстр? Это так сложно. Мишель понял то, что в твердом, а потом в мягком. Нет, это я не понял. В моем фильме есть... Меня лечат... Лечат... Охуеть. Меня лечит какой-то специализированный врач? Да, наверное. Да, 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 конечно. Ну, слушай, ну, в любое разное заболевание лечите. Бля, Слава, тут реально... Если Остина Пауэрса ты мог не знать, это... Я не если я это не смотрел, вы просто уёбки, блядь. Я оказываю... Нет, смотрел, ты мог, это даже, я уверен, ты мог это даже не смотреть, ты просто это, ну, блядь... Я оказываю внутренним органом человека. Да. Бля, хотя я не помню, на своей игре Слава отвечал это или нет, блядь. Я как-то... Я просто это пиздец будет, если вы мне второй раз если вы мне, блядь, загадаете второй раз то, что я не знаю, то вообще ржака, нахуй. Да знаешь. Я не знаю. Я связан с кровью? Нет. Бля, Слава, перебирай фильмы ужасов, которые ты знаешь, известные. Из последних? Да. В том-то дело, что я вообще ничего не могу вспомнить. Я говорю, у меня мозг уже, понимаешь, атрофировался. Если бы даже из старых. Если меня не лечить... Человек... Обитель зла, блядь. Ну это не ужас. Чужой. Не умрет. Синистер. Со мной можно жить, да? Астрал. Ну, да. Я грибок? Паранормальные явления. Нет. Я не грибок. Нет. Отталкивайся от того, что предмет есть, Слава. Блять. Кукла я. Да. Обо мне рассказывают в школе. Проклятие Аннабель, блять? Да. 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 Бля, я, естественно, не смотрел фильм, вы чё, рофлите? Конечно. Нет, нет, да тут без разницы, ты же знаешь, что это кукла тут. Ты знаешь, что это кукла? Ну да, ты знаешь. Блядь, ебать дебильное слово, нахуй, просто, блядь. Да, нет, самое сложное, наверное, тут было угадать кукла. Да, вот знаешь что? Когда ты спросил, одушевлённый или неодушевлённый, мы, типа, сомневались, потому что... Ну, типа, да. Да нет, вроде тут, понимаешь, тут наверное, тут даже не надо было смотреть, мне кажется. Тут даже не важно, смотрел или нет. Тут, типа, тут просто... Куклы, главное. Диман, ты последний остался мучиться, блядь. Подсказку, да я хуй знает, я честно... Подсказку? Он в любом случае смотрел. Что это? Надорвать. Не, это не совсем надорвать, типа. Ну, бля, он поймёт. Надорвать. Смотри, это... Нет, не видишь, ну, на какую сразу степь. Это связано с... Чё, закончим уже, с позвоночником это связано. Бля, да я хуй знает. У Димаса самое сложное, прям реально самое. Ну это какой-то, это термин? Ну да. Ну да, название. Терминах я, блять, это название. Ну это очень популярное название, понял? Типа, у меня она есть. Грыжа, что ли? Да. Хуя себе, блять, а как я... У тебя грыжа есть, Слава? Да, в качалке получил, когда он еще занимался. Бля, ну я скажу, что это было интересно, пиздец, потому что, я не знаю. Димас, видишь, меня хорошо знает, вот это я понимаю, блядь. Сразу сказал, что это мой братан. И он сразу весь мой список заболеваний, блядь. Прямо эту медицинскую карту открыл. А как это на улице можно найти, я что-то не сообразил. Никак, ему не говорю, что можно на улице найти. А кто придумал мне опарыш, у меня вопрос? Я. Да Слава, ты же знал, я и грыжу Диману придумал. И квикантику доширак, нахуй. А ты знал, что я начну перебирать всех насекомых, типа, будет отвратительно? Это такое, да? Не я. А не помню, что. Я просто сказал, тебе хотели изначально инструкцию сказать.